Кстати, ничего против Лизиной мамы не имею, да, если Лизина мама это не, смотрит. Ну, я вас очень люблю и уважаю, но просто я знаю, есть опыт, что когда живешь с родителями, там муж живет с родителями жены, или жена живет там с мамой мужа, там вообще, если мать, если жена живет с матерью мужа, я слышал, там вообще пиздец какой-то начинает происходить, тотальный. Так, ты запускал игру? Да, вот запустил, бегаю. Как там твои настройки? Я поставил вроде все на высокое, но там бесконечное извращенств. Типа X16 такого не выставлял, но вроде все на высокое поставил. На ультра. Так, попробуем захватить. Не лагает. Я имел в виду, ты типа настраивал вчера Тарков, ты починил его. Да. Ну нет, там я только что, мне говорят, а попробуй вот кнопку нажать. Я нажал эту кнопку, блядь, и меня полчаса сидел настраивал, блядь. Получается, спасибо, что подумал, еще за 10 баксов сегодня просто как-то доклад. Ну, я надеюсь, сегодня после стрима, ну, в конце стрима типа буду разбираться. Mm-hmm. Может быть, все наконец-то будет работать как надо. Так, хлопцы, я сейчас мутаюсь, чтобы Арсений меня не слышал. Сейчас будет коп, я не смогу так сильно смотреть чат, как до этого, да. Так что, если что, вы не обижайтесь, вы у меня всегда в сердечке, периодически буду поглядывать. И на донаты также я буду отвечать, но не регулярно. Но я их очень ценю и люблю. Вот. Так. Ну давай тогда я хостить буду. Так громко ебать. Я предлагаю самую высокую сложность, кстати, вообще, которая есть. Чтобы, блин, чтобы сосать по полной. А ты играл уже? Без меня? Два часа с радосом, ну, потом рефаннули. И купил заново, что... блять. Да, ну там у меня одна ачивка — пройти первую миссию, если что. Ништяк. За два часа. Так, мне сейчас пробую поставить еще вертикалку, мне говорят, картинку рвет на стриме. Давай, я, кстати, не знаю, как у меня будет вообще. Сейчас погляжу. Ну мы как, скрытно проходим? Да как придется, блядь, чел, вообще. Если просто не скрытно, то на максимальной сложности нам пизда. Ну мы будем плюс-минус спокойненько, знаешь там. Ебать, тут музыка балалайка. А ну поговори. Алло. Как да, слышно, да. Как звук нормально, никого не глушит? Это я у своих спрашиваю. Угу. Двойка, блядь. Асимметричное действие снайпера-корректировщика. Создать игру. Режим кампании. Продолжит кампанию? Не. Пробую фуллскрин сделать. Задание. Остров. Остров Сан-Селини. Сложность. Достоверная плюс, ебать. Что такое достоверная плюс? Есть, ну, реалистичная хардкор, а есть достоверная плюс. Ну это вот как деды, наверное, прям вообще один в один. Ну пробую перезайти в фуллскрине запустить. Напоминалочка. Арсению Ави. Блять. Мне тут напомнили ценой в $100, что я должен тебе был передать Ава и привет. От падлы Мерка. Привет. Мне сегодня пол машины просто задарили. Нормально. Есть такое дело, да. Напоминалочка такая, $100, знаешь, как в карман засовывают. Ну, каждому такую напоминалочку. Приветствую, Максим Евгеньевич, смотрю вас с маяком со времен топора. Успехов в начинаниях и свершении задуманных планов. P.S. Староста из Лаюши говорил, что с большой надеждой ждет заморского торговца. Угу. Окей. Я не торгую больше. Точнее, я торгую, но я... Хотя чести нет, можно и попиздить. Просто я хотел отношения хорошие со всеми построить в этой катке. Ты заходишь? А, уже можно заходить? Ну, у меня есть игра по приглашению, я тебя могу просто пригласить. Я же не знаю, ты готов, нет. Ну, я в игре, я захожу. Конечно. Можешь уже залетать. Выбери эти персонажи. Ох, ебать, тут есть еще персонажи разные. Но я могу за Тереху пойти сыграть. Это который... Капитан Гарри Хоккер, ебать, я пойду вот на Терехе. Выбор сложности достоверная плюс. Надеюсь, это хорошая сложность. Качественно. Ну, я пойду на мафиоза. Мафиоза. Убийцы сосредоточены на усложнении жизни фашистскими войсками, будь они немецкими или итальянскими. Так у тебя 13 левел, ты тоже играл, получается? Да, было дело. Но я не помню нихуя. Подожди, сейчас еще выкладку чекну. А у нас ничего нету, да? Так, я дюп, надо прицел выбрать, там дюплекс широкий, вот перки какие-то есть, ранг 5, ускоренное восстановление пульса, стабилизация пульса или увеличение максимального пульса, ускорение. Ранг 10, фокусировка на цели, ускорение фокусировки на цели в бинокле или больше предметов боеприпасов при поиске.
Ускорение скорости фокусировки в бинокле. Да. Ебать, тут кач есть еще, вот я вообще не понимаю. Да. Пара хилок, пару гранат, пару бинтов. Все, что надо. Пистолет с глушителем, кстати, есть. Warlord. А как поменять оружие? А там у нас все закрыто, я так понял. Ну, мне точно все закрыто. Костюм... А можно как-то вайпнуть аккаунт, чтобы заново пойти ебашить? Не знаю. Ну, у тебя вообще хоть что-то открыто, мне просто все закрыто. Вроде нет, блять. Ну, прицел и пара перков. Ладно, похуй. Are you ready? А, ну и сложится реалистичная, бонусик навыкам не применяется, так что какая разница. А, тогда готов. Ready. Ну все, рванули, ебать, с богом. С божьей помощью. А что вы рефандули, вам не понравилось? Да, она стоила 1000 рублей. Я так понял, что мы больше в нее играть не будем, вот, рефанну. Я помню, мы играли с Димасом, с Димкой. Вот я помню, мы там что-то бегали, прыгали, но нам было весело. 1943. Мир охвачен войной. В мире царит хаос. На этой сложности фокуса нет. Мы сорвали планы Гитлера в Северной Африке. Но что дальше? У тебя катсцена идет? Да, да, мне просто Калина что-то рассказывает. Вторжение в Италию. Он назвал Средиземноморье мягким брюхом крокодила. Американцы колебались. Но Уинстон убедил их. Бля, Черчилль какой. Что-то какой-то ультранизкий. Да, супер маленький вещь. Главнокомандующий союзных войск в Европе разрабатывает средиземноморскую стратегию. Эйзенхауэр? Он же, кстати, по-моему, президентом стал. Мой путь лежит на Санчелине. Одинокий остров к юго-западу от Италии. Чат, как звук? Как с Арсением? Надо громче делать или все хорошо? Арсюха тихий. Сейчас я его чуть громче сделаю. Чуть-чуть громче. Так, я тебя сейчас чуть громче сделаю. Там, блядь, идет брифинг, а я тебя громче делаю. Так. Чуть прибавил. Район трофейное итальянское судно «Орхидея» на разведку. «Орхидея» была оснащена новейшими средствами радиоперехвата. В результате подтвердились наши худшие опасения. Звук вообще от субтитров отличается. Новое чудо-оружие. Фау-2. Спасшиеся с подводных кораблей говорили о какой-то новой ракете. Самолет выпускает радиоуправляемую ракету. И с убийственной точностью... А теперь нужно тебя сделать потише. Давай. Ну сейчас, я могу... заставка пройдет. Судно должно было прослушивать вражеский радиоэфир, чтобы выяснить положение дел. Даже если придется заплатить за это высшую цену. Ну ты прикинь, так остышь на корабле и видишь, такой прикол в тебя летит. В 40 каком-то, блядь. Да, да, да. Наверное, хуёво. На мораль-то действует. Надо узнать, что дальше готовят нам фашисты и как эти планы сорвать. На острове находится один из высших чинов Люфтваффе. Не надо тише, ну все, тогда так и оставляем. О, наша цель. Гитлер высоко его ценит. Надо его в лицо запомнить. Наш реализм. Да и он ни за что не предаст любимого фюрера. Я слышу, что он в этих кепочках ходит. Надо было посмотреть его погоны. Могут находиться ценные документы. Мое задание – убить Шмидта. И всю его генеральскую свиту. А, ну и свиту. Ну да, пока по фуражке узнаем, ебать. Да. Вон кресты, грудь расхуячена крестами все. О, а вот и мы, ебать. Томпсон на втором слоте. Видимо, это ты, потому что у меня немецкая пушка. Не должна быть напрасно. Да, скорее всего. Я узнаю все, что смогу о новой ракете. Да, это точно ты, я еще Тереха, потому что. А ты, это твой скин был сейчас? Да, мой. Значит, ты. Вроде мой. Не, нихуя, это оба не мы, блядь. Ебать, скорость мышки какая-то ёбнутая. Сейчас, секунду. Так, подожди, надо скорость мыши ебашить, очень мощно. Стройки, конечно. А как лечь? Нельзя, что ли? Ctrl зажми, наверное. А, не, C зажать вообще нужно. C зажать? Так, надо менять это все. Ctrl это, типа, целиться от бедра. Так, в два раза. У меня правой кнопкой. А, Ctrl от бедра. Нет, Ctrl это лечь у меня. Ну вот у тебя нормальные инструкции. Ой-ой-ой, ёбаный. Нихуя себе, блядь. Это у меня на це, блядь, целится от бедра. Мне нужно маус 4 поставить. Сейчас, секунду. Там коты у тебя пиздятся. Да. Ну как они пиздятся? Они типа... У нас один кот просто бежит типа на кошку, а кошка орёт и всё. Ну они не пиздятся, просто... Пиздец. Какой стресс. Так, кнопка мышка 4. Кнопка мышка от бедра. Смена камеры.
похуй. Положение тела Ctrl написано такие. То есть нажимаешь один раз, присел, да? Да. Зажал лег. Все, ебать. Ну все, с комфортом. Что, пошли? Я хочу только посмотреть, как хилки юзать и прочее, понял? Угу. Пользование предмета X какой-то, предыдущий. Регулировка зероинга. Бля, зум уж X6 больше не будет, я так понял. Она вся поехала. Сколько у тебя прицел, зум? А, сейчас скажу. X4. Блять, у меня X6, нихуя себе. У тебя тоже должно быть X6, наверное, или X4? Не, у меня X4. Ебать, ну тогда я снайпер, получается. А, это обучающая, я ее помню. Блять, тут фриц. Я помню, как мы с Редосом, ну... Что надо с ним делать? Он не заметил, что ли? Да? Вроде бы, да. Мне дали левелап за убийство этого типа. Так, я быстро поменяю цель на контрол, потому что я что-то этого не делал. О, спорим, ты вот того Ганса не ебанешь? Сейчас, секунду. Положение тела контрол. А можно как-то пометить тебе? Или придется объяснять руками, блять? Походу, мне кажется, на этой сложности нельзя. Ну, короче, смотри, вон там висят бревна, пушка там такая древняя. Вижу, там, да. Снизу стена, под стеной чел сейчас справа выйдет от этой стены, он прямо за ней стоит. А, вижу, голова торчит, да. А я его сам не вижу, блядь. А как дыхание задерживать? Понятие. Надо, блядь, посмотреть, как дыхание задерживать. У нас, говорят, бинокль вроде есть на какую-то кнопку. Только я стрельну, только нас все услышат, если я стрельну. А, блядь, ты подожди. А, ну так пускай бегают, они же не знают, откуда ты стрельнешь. Или они ганцы, они все поймут. Ну, не знаю. Так, секунду. А сколько ты думаешь 10 метров? Выдохнуть на пробел. На пробел, ебать. Ага, ты же зум, конечно, можешь менять на Е. На Е, говорят, зум можно менять. Но там менять зероинг, по-моему, на Е. Нет, зероинг на Е, да. Выстрелить переключатель. Переключатель прицела. Что значит переключатель прицела? Ну, может, типа кратность увеличить? Блин, давай проверим. Кнопка мышки 5. Приблизить отдалить на колесико. А бинокль? Бинокль на Б. А ну. О, да, и правда на Б. Не, хуйня. Место можно. Да. Смотри, пометил врага. Не вижу. Пехотинец, 92 метра. О, я тоже вижу. Спокойный. Ебать, там вообще расписалось. Пехотинец, да, спокойный. Снять отметку. Отметки-то нет, блядь. Ну, отметки нет, но... А как можем по стелсу, если... А, ты по стелсу, типа, ближний бой ебашить их? Да снимай того фраера, ебать, что ты гонишь? Ну, сейчас и выйдет, и сниму. Так, может, ты по пушке стрельнешь, его ебанет просто? Придавит там. Думаешь, прям так? Конечно, блядь. Ну, давай. Ну, там 150 метров где-то. Ебать, но ты его разъебал. Думаешь, я чуть не вижу его. Он точно умер, нахуй. Ну, он там не ходит, правильно, значит, все заебись. Ну, значит, нету, да. Так. Ну, пошли, ебать. Надо перепрыгнуть. Надо перепрыгнуть. Это обучающее... Блядь, перепрыгнул, нахуй. Можно руку, пожалуйста, я не знаю. Блять, хуёво получается у нас. Ну не на пробел получается. Пробел сожми. А, понял. Все интуитивно понятно, в принципе. Тут еще заебываешься бежать, блядь. Стамина как в Дейзи. А ты в курсе, что на эту версию игры выйдет скоро с копом этот VR полноценный? Ебать. Да, там пиздец обещает. Ебать, стена. Это ты сделал или это так должно быть? Не, само. Погнали, короче, толкнем. Закончим обучение и уже приступим к ликвидации 4 ганцев. Че ты рафлируешь? Да я что-то вспоминаю просто, как мы там играли. Вот, и там. Типа завалило такие, видишь? Да, у него коряк можно спиздить. Но нахуй он нужен, правильно? А у нас что вообще? У нас, ну, какие-то, у нас по крайней мере прицелы есть на винтовках. А мне без прицела? Не, ну тогда точно не нужен. А он тут один несчастный был, ты говоришь, блять, зачем стрелять, спалимся? Какая-то хуйня, кстати. Ну, это он глупый ганс просто. Обыскать ящик в натуре. Ля, обыск как в State of Decay. Сейчас узнаем, что нашарил. Нихуя нет. Нихуя, да. Патроны какие-то. Там типа были звуки, что я патроны нашел и все. А его какие-то гранаты подбирали, что такое. А как хилиться, кстати, это важно. Надо посмотреть, каким... 6 хилкой. Но он не берется почему. Да, у меня тоже не берется. А там написано в управлении было, да? Да, в управлении. Тогда, значит, 6. Потом. Потом дадут. Да, в Hitman 3 VR я бы попробовал, если сделаю все нормальное место под VR.
Кто здесь вообще один минимальный стоял и все? Ну, несчастный. Там два их было. Пустой башни открывается хороший обзор. О, ебать. Я это помню, кстати. Там потом будет деревенька какая-то. Ну, пойдем посмотрим. Пометки на бинокль не работают, это, конечно, хуёво. Будем так на... Ну, на глаз. О, Спрингфилд есть ты какой-то. Возьми его себе. Это коряк. Сколько... О, самолет летит. Сколько приближения? Скажем. X4. Так. Не знаю, что лучше. Вон лагерь ганцев впереди. Там еще взрывные бочки красные, непонятные. Я нашел отчеты снайпера. Опа. Тебе показал их? Да, да. Нажмите return до коллекции. Убийц 14. Переброшен на материк Лорну. Усмирение гражданских окончено, тела вывезены. Честь служить генералу Шмидту. Как же хорошо... Это, короче, снайпера тут писали что-то. Ага. На этом месте. Давай осмотримся. О, вон вижу. О, так это наша цель, ебать. Ну, здравствуй. Где? Вон впереди стоит, там красное здание, прямо снизу, со слева от тротуарки. Расстояние 219 метров, Арсений Андреевич. Поправки на ветер наверху. Подожди, подожди. Нет, я вижу красное здание, типа они... А, вон он пошел. Давайте я вас продистанционирую, вы проведете выстрел. Расстояние 223 метра. Подождите, пока цель остановится. Цель остановилась. Нет, двигается. Отпустите его, отпустите его. А, это офицер какой-то обычный. Не, это он и надо. Это он. Думаешь? Да, это он. Старший лейтенант Ханс Егенен. Да, давайте там. Расстояние 230 метров. 230 метров. Да, ветер, поправка, пожалуйста. Цель движется назад. Ух, блядь. Хочешь я выстрелю по нему? Да, почему нет? Сделай небольшую поправочку на ветер, поставь себе спазероник на 200 метров и ебашь его. Чуть выше подними только. Все, 220 метров, идеальное число, счастливое. Ах, блядь. Ах, блядь. То что, не попадает? Мимо, влево уходило, сильно влево. А, ну значит, это надо... Надо было сильнее правку на ветер. Да, да. Бля, ну он теперь на панике. Эх, надо было ликвидировать. Ты же знаешь, как поправку на ветер на прицеле смотреть? Ну, сверху надо. Да, да. И типа, ну, я походу понял, как нужно было смотреть. На пробел дыхания задерживал? Да, да, я очень мало просто взял поправку на ветер. Это он там бегает, блядь, или это там какой-то тыкансик? Бля, на пробел дыхания задерживать не так уж и удобно, кстати. Сейчас успокоится, ибо сейчас он подумает, это должно быть ветер. Да, да. Тут снайперы прикалываются наши. Там снизу кто-то, ох, сказал. Неужели нас вычислят, блядь, здесь? О, ебать, Сеня, там впереди башня слева недостроенная. Пошли с нее попробуем ебануть. Давай, давай. Там вообще будет ровно. Никто даже нихуя не поймет. А как спускаться быстро, нельзя? Бля, ганцы пришли проверять. Рядом, да, да. Оставай автомат. Может, пистолеты? А мы сможем здесь по лозе съебаться? Не, вряд ли. Да, не сможем. А у тебя пестик? Ну давай, я если что прикрою. Ты работай тогда, а я... Прикрою. Если начнется замес, то я включусь. Оно недалеко, не рядом. Он идет сюда, блядь, нужно... Да-да-да-да, не... оно идет сюда. Оба выпрямили, прямо идут сюда. Сейчас. Да, тут целый отряд приехал нас с тобой искать. Ладно, давай уебывать нахуй. Мы же стелсеры, блядь. А где ты говорил, башня разрушена? Или? Вон впереди, вон там. Там впереди еще ганс справа от дороги. Угу. Все, выдыхаем. У меня тоже, кстати, этот пистолет, говорят, есть. А, да, внутри у нас же, у меня тоже есть такой. Так, погнали. Отличное место, чтобы стрелять. Кстати, что это за хуйня? Тут что-то можно было сделать. Звуковая маскировка. А, не, нахуй. А надо. У нас тут три ганса, и они прям к нам идут. Прям к нам? Да, прям бежит к нам. Вообще, бежит. Он сейчас меня спалит. Лезь сюда. Он, блядь, он зашел, нихуя, че он зашел? Да, да, их там трое, их там трое. Блять! Блять! Хорош! Умер. Иди тело забирай. Там еще двое, да они увидят, по идее. Блять, самолет. Да, они орут. Он идет сюда один. Ой, хорош. Да нихуя еще не хорош. Блять, справа те тоже триггернулись. Блять. На нахуй. Гранаты как бросать? Или не или без этого? Я не знаю. Надо на Г попробуй. Опа, пошел помочь своему дружку. На нахуй, блять.
Прям, мне кажется, нам до сюда надо уебывать, знаешь, по какой причине? Мне кажется, они не закончатся. Их очень много к нам нет. У меня этот пистолет даже в голову. Блять, надо уходить, Сеня, надо уходить, в пизду. Уходи, откуда мы пришли. Угу. Ой, давай, давай, в пизду. Их там, блядь, целый отряд нахуй идет ебучий. Блядь, достоверность нахуй. Работаем тихо, блядь. Никто нихуя и не понял. Все, лезем обратно на вышку. Отвели подозрение от вышки? Блядь, это по мне? Ебать. Да, это по тебе, спереди походу где-то. Он, по-моему, все. По крайней мере, я на это рассчитываю. Блядь, ебать нам тут дует душно-то нахуй как? Полезу-ка я, блядь, наверх. Вы в кустах можете прятаться. Нас говорят, если в кустах сныкаться, не найдут. Ну я ныкался, меня не почему. Блять, они выживают после одного выстрела. Ой-ой-ой! Это ты ебанул его? Да. На нахуй сказка вылетела, ебать. Блять, я вечно лазаю туда-сюда. А, вот, под звук самолета можно было ебануть, походу. Ебать там их на базе носит. Там даже этот офицер хуярит, слышь? Блять! У нас тут прям притык к нам гранаты бросает. Макс, походу нас нашли. Не, все. А, не, не все. Сука. Стреляй по шарам, ебать. Думаешь, они бесконечно будут идти к нам? Думаю, да. Блин, а как же нам заныкаться тогда? А вот хуй его знает. Надо как-то съебаться скорее, а не заныкаться. Блять, там этот офицер, хуй его достанешь. Вот, пизда мне. Я иду, иду. Надо, наверное, съебаться как-то. Давай решать какие-то вопросы. Можем пойти в прорыв в ту сторону и съебаться больше в глубину. Они точно этого не ожидают. Вот туда, там, где этот грузовик. Айда? Или они уже закончились? Ну, вроде один остался. А где он? Ух, блять! Вон он. А мы сейчас его нахуй тут подожмем. Мужички, еще не спалили. Работаем гендифачи. Как мы пришли? Через арку, ебать, щеманул. Блин, у меня очень мало хп, типа, и меня заглушило все вокруг, я не знаю, как хилиться. Шестерка не работает, и меня прям... контузило. Бэт, ты стреляешь сейчас? Не-не-не. Еще в арке один. Вроде убил. Красава. Еще в арке один. Блять. В дуплета его. Ладно, надо как-то потише. О, пошли вот в ущелье и съебемся через ущелье. Это, давай с тобой работаем тихо. Хилиться сейчас разберемся. Блять. Хорош! Так, пошли вот сюда наверх, пока уйдем. Они типа со всего острова теперь туда стягиваются. Нахуй надо. Вот кусты, ебать. Садимся в эти кусты. А нас точно здесь не заметят? Вот сейчас не видно. Потому что они типа присели. До этого я сидел, ну типа... Давай учиться хилиться. Параметры. Таб не работает, таб это цель текущая. Колесико? Колесиком нет. Нет. Сейчас разберемся. Управление. Мыши, клавиатура. Здесь место. Круговой Q, Q, Q зажми. Понял, да, Q есть. Вон там лечит, стабилизирует, вся хуйня. Ганцы кричат, блять, откуда они знают? Они нас находят по запаху, походу. Лечить, ну вот. Да, как, я тебя попробую. Как? Нет, не работает. А так? Нет. Стабилизировать. Лечить, стабилизировать. Ну стабилизировать, так понимаешь, если упал, то подходишь и стабилизируешь. Так ты, наверное, сам себя должен вылечить, мне кажется. Может, бинт надо? Мне говорят, вылечи его, да я не понимаю, как. А, на F, на F, да? На E? Нет. У меня даже бинты не выбираются. Нет, я в руки не беру, да, но не выбирается, в этом весь прикол. Добро, вы солдаты убивают нации. Да, на заднем фоне рут нас гонят. Странно. Это новая вселенная. Интересненько. Я за Тереху играю. Кстати, Friendly Fire есть, но мы ж не идиоты друг друга хуярить. Ну, конечно. Слушай, ну они, пока мы тут сидим-пертим, они нас потеряли. Да мне просто, что-то я глухой, я вообще ничего не слышу.
И тебе настолько плохо. Блять! С туннеля! А я ёбнул этого главного! Он сюда пришел! Ну все, дело сделано, осталось трое, блять! Гэтэг на свой чат. Так, я попробую похиляться, сейчас если научусь, скажу. F зажми, когда выбираешь его. Выбираешь слева на круговом меню Bind, и потом F зажимай. Не работает. Левой кнопкой тыкни на него. Ну, оно типа меняет мне. Я уже два въебал. Ты въебал их? Да, уже два. Я левой кнопкой выбрал, типа там лечить, стабилизировать. Я выбрал лечить. Да. И после этого зажал F. И держал. Ну, почему-то не работает. Нюхаем, парни. Ищем, они где-то рядом. А F у тебя за хотя, что отвечает? Кажется, сейчас скажу. Управляшки, мышь, клавиатура. За использовать вещь. Рюкзак, использовать вещь. Это внизу. Вещь, да, это внизу. Такая... Я зажимаю Q. Я выбираю хуйню, которая мне нужна. Выбираю там лечить. А он тебе берет ее в руки или нет? Нет, нет, не берет. И после этого я зажимаю F, когда оно выбрано. Ну, сука, у меня почему-то не работает. Блять, что я делаю? О, все, понял. Блять, я все хилки, короче, въебал, пока тестил. Три раза нахуй себя вылетел. Так, слушай, ну одного... О, на М-карта, кстати. Одного из них уже нет, ебать. Надо найти остальных. Погнали? Да. Начало положено, ебать. Самая стелсовая миссия из всех, которые были. Кекс-машин, спасибо большое за подписку. И спасибо большое вам. Нас потеряли, это главное. Спасибо большое за донейшн. Так, на месте, ебать. Ну вот смотри, вот этот район явно неспроста здесь такой креплен. Так, ебать, все, я пошел. Аккуратненько, нахуй. Нет, похуй на аккуратненько. Тут какая-то радейка. Можем что выключить, наверное. Можем, им, наверное, ну, это звуковая маскировка, нас не будет слышно. Можем связаться со штабом, ебать. Или не можем. Бля, как плечо поменять, с которого ты стреляешь? А, центр. Ага, ага, ага. Это удобно. Тут нихуя нет. Коробки, наверное, можно облутать. Не лутабельные эти, нет, по крайней мере. Вот есть одна лутать. А, вон есть, да, есть. Вот. А что это за рюкзак? Я не могу его взять, можешь ты? Беги, блядь! Ай, сука, фриц подстрелил! А откуда стрелять? Я даже не вижу его. А, вижу, ебаный раз. К нам сзади еще пришли, блядь. Ой, блядь, как больно. Надо бежать. Надо, блядь, как-то осторожнее действовать. А можно обыскать чувака? Так, да, это Жора, он будет теперь с нами миссию выполнять, пойдем. Так, Жора, ложись нахуй. Ебать, я его кинул. Так, подожди, я посмотрю, у Жоры может бинты есть. Сзади идут, Сеня, сзади. Это все. Да. Блять, перед нами прям бегают толпы, нахуй, по полям. Пизда, Сеня, пизда! Я лечусь, держи меня, нахуй, в этом мире. Держу. Надо уходить назад, короче, в арку, иначе пизда. На нахуй. Побежали, блять, в пизду. Надо уходить в отрыв, иначе не выживем. Ну, хилок не хватит выжить. О, кстати, блядь, офицера можно было бы неплохо забрать. График дежурства я спиздил. Блядь, надо посмотреть коллекции. Отсутствующие нет, там, короче, какие-то офицеры, блядь. Съебываемся, нахуй. По идее, график дежурства можно поставить, где будет кто находиться. Да, 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 да. Так, перед положить. Это ты, нахуй, сделал? Я случайно это сделал, да. У тебя, блядь, зенитка с собой. Я в кустах, меня не видно, меня не слышно. Тут и больше ничего. Так, хилок вообще все, хилки закончились, ебать. Кто это сказал? Не я. Сзади, не я. Сзади. Не двигайся, не двигайся, да. А правда ли он нас не видит, блядь? Пизда, Сеня. Я очень на это надеюсь. Пизда, блядь. Он прям по мне идет. Блядь, меня вырубил. Блядь, они прям наебало нам наступили. Ну давай по новой, блядь. Сука, там стволы торчат, головы торчат. Он точно нас не видит. Да я нажал еще убийство рукопашной, но он не успел, меня сразу второй убил. Около домика была аптечка, но мы не видели. Госкипать. Так, Сеня, ну сейчас мы уже знаем, как про... Блядь, с самого начала.
Да, все вообще с самого начала. Слушай, ну, надо... Это, наверное, на этой сложности. Ну да, но надо быть осторожным тогда. Уничтожьте камеры. Ебать ты. Нужно устранить и других офицеров. Неплохо. Да. О, а Сеня! По жопе ебать. А ты в него, да? Да. Реально, блядь, таза нет, кишечник отсутствует. Упал. Все, побежали ебать. Ну сейчас-то мы не допустим оплошность. Мы уже научены горьким опытом. Один выстрел, как бы, чтобы ебануть. Надо еще под самолет будет подстроиться, кстати, чтобы не было слышно, что мы ебашим. А-а-а, ебать, там да. Даже так самолет не просто ж так летает. Хочешь полутаевок, кстати. Но ресурсов здесь маловато. Плюс жить надо, пиздец, конечно. А вот дальше наверх. Погнали на вышку. Если чуть тише сделаю, ой, чуть громче сделаю игру. Давай. Душниловка или те четыре. Это можно, это можно убрать, наверное, чтобы были загрузки. Так просто тоже прикольно. Открывается хороший обзор. Хороший обзор. Я тебя на башне жду. Ага, а дальше движки горят тоже их лучше. Можно типа возьми их стать. Врубить, и работать? Помнишь, что видели? А, ну, да, да. Вон он, сука, ходит. Давай теперь ты меня понаводи. Ты как раз в моем списке. Люгер растяжка, ебать. Короче, я тебе... Я, мне кажется, изначально не понял, как это работает. Тут видишь, у тебя сверху ветер, да? Да. И то есть тебе нужно по этой полоске прям, ну, нацелиться на него. По полоске прям? Неплохо. Не просто, не просто да, глаз, я понял. А походу по полоске. Я понял, ебать жестко. Сколько там дистанция? Дистанция до него, сейчас скажу, 223 метра. Так что 200 бриджи, да, чуть-чуть выше и погнал. На нахуй, в челюху, блядь. Бежим нахуй, я нашумел, самолета-то не было, блядь. Вот я это изначально не понял. Уебываем, как пришли. Ебать, по палочке ты очень четко сказал, так и надо. А нахуй мы съебаем, мы же не пройдем больше нигде, блядь, не мы закрыты пройдем. Стали. Ну, я занервничал, я запаниковал, так блядь. Так можем подождать чуть-чуть. Да. Ебать, вот это мы с тобой нормально сработали по этому типу. По палочке вообще-то что надо, кто тебе так подсказал? А, я сам понял просто поэтому. Ну ты гений мысли. Так, нам еще троих надо. Бесславные ублюдки. Ладно, пошли. Надо брать пистолеты с глушаками, пока есть возможность и башить с них. Тут можно направо уйти. А, нет, справа были. Можно налево уйти. Нет, нельзя. Налево нельзя уйти. Блять, ну так они сейчас сюда придут уже, если они не здесь. Надо было нам ебашить в другую сторону. Да, они уже там. Видел? Уже тут? Не. Ну, да, не видел. Пойдем. А мы тут не сможем, да, нигде пролезть? А-а, вообще нигде. Надо ползком тогда уебывать. Вправо. Я на картах налево ушел. Ну давай лучше через лево. Там аккуратно прокрадемся по баутерлайну. Так, пробуем. Идешь? Я ползу тут тихонько. Угу. Так, ну одного мы нахуй забрали. Вообще без проблем. Перед нами видишь ходит? Да, вижу. Подожди, а как так может быть? А они за нами бегут, слышишь? Прям за нами? Походу. Давай тогда прибавим. Да, в куст, да, в кусты, да. Слушай, если все так, как ты говоришь, да, что нужно целиться по палочке, да? Понял? Ага. Так дистанция же разная бывает. Бывает 300 метров. Ну да, да. Бывает. Что ты стал? Случайно. Там 4 типа идет. Чака передает тебе привет и говорит спасибо, что привел Арсения в банду и за стримы, короче. Да без проблем, это тебе, наверное, спасибо. Мне это не за что. Так. А есть что-нибудь отвлечь их, камень там бросить? Да, да, есть. Блин, ну там свисток у нас есть, это не то. Они идут мимо. Они типа прочекивают округу. Есть камень, слышишь?
Да, можешь кинуть камень за последнего типа, чтобы он отвернулся? Ты левого, я правого, въебало снесешь. А потом его последнего. О, они лезут, ебать. Ты это сделал уже, да? А как ну, ты камень да, кинул? Заднего убирай, заднего забирай. А где он, блядь, я не вижу никого. А, они убежали все. Ну, мы же не спешим. Пошли, пошли тогда нахуй, пока не тут. Блядь, нет. Че ты встал? Он заметил, он что-то понял, не? Походу, да. Да, блядь, камень нахуй, да. Мужики там... С автомата ебаш! О, ебать, это точно камень был? Видимо, это был не камень. Все, уебываем нахуй. В каску, на нахуй. Дзинь. Научишь потом камни кидать? Да. Тут слева, тут можно слева пройти, по ватерлайну. Я слышу, как ты так... О, сзади! Так, Сеня, давай, иди сюда. Бегу. Я не уверен, что здесь будет все нормально, но я надеюсь на это. По тебе и башит? Да. Походу... Нет, нельзя здесь, блядь, я наебал. Ой, ты куда? Бля, я... А все, это ж пиздец, загрузки не будет. Еба... А загрузить игру есть. Нет, нету, блядь. Нет. Пиздец, все проебано, блядь. Я думал, знаешь, что будет? Я думал, если что, он схватится, как до этого. Помнишь, мы хватались? Ага, да, я понял. На мосту. Ну давай, смотри, сейчас ты можешь стрельнуть так же самое, только во время самолета. По поводу ставок, которые без тревоги... Люди ставят без тревоги. Чуваки, давай ты будешь стрелять теперь. Там типа нормально по этой хуйне. Без тревоги это невозможно пройти, блядь. Так что те, кто ставят, что мы пройдем без тревоги, куша не будет. Как водичка. Пушка. Аларм! Предвел приключение Антонима Третьи, Даминика Дикака, Маргаритти Дикака. Все, пойдем. Пойдем. Надо перепрыгнуть. Спасибо, спасибо. Ебать! Ты жив? Ты там улетел куда-то вправо. Да, у меня как-то наверх. Ай, блядь, не туда я. Сейчас забираем этого чувачка тогда и уходим направо сразу в туннель, там где нас не ищут. Да. Проверь Friendly Fire, он есть скорее всего. Да есть. Если на высокой нет смысла, но... да. Из позиции лежа удобно ебашить. Просто ты сказал ебаш по этой плашке, а если бы он стоял на 250 или 300, блядь, метров, или 400, там бы, наверное, ветер по-другому ролял. Так что это будем считать актуальным для 200 метров, понял? Ну, может быть. Да, 100%, это 200 метров. Это стрельба на 200 метров, стреляй вот сразу прям по рисочке проводи, а так там на вкус и цвет. Так, давай нахуй, ложись. Чела вижу, ебать. Дистанция 220, сам знаешь. Угу. Бля, или самолет пролетел, а я... В движении. Че страшно. Можешь ебнуть, мы можем убежать направо в арку сразу, не проблема. Стреляй, как будешь готов. Рисочка, рабочая хуйня. Сейчас цель закрыта, блядь. Прямая видимость цели. Цель остановилась. Сейчас у меня сердечко стучит. На пробельщик его останови. Эх, блядь, над головой. Еще. Хорошо. Опа. Давай, добивай, не, нахуй. Я не убил его. Бля, не так-то просто, на самом деле. А ты думал, сразу? Блядь. Побежали. We'll get them next time, блядь. Как спрыгнуть, нахуй? Неужели нельзя спрыгнуть с этой лестницы? На Е, походу. А, они уже здесь! Пизда нам. Какая же нам... Пизда. Бля, как же... Ты в порядке вообще? Походу... Ты дышишь? Да, я в арку забегаю. В арке есть. Ой, бля, как здесь вообще... Давай в другую арку. Ой, бля, у меня взорвалась тачка. Тут в ущелье. Ты, а ты умер? Бля, я сейчас подойду. Да. Блядь, справа еще эти. Да я не могу стрелять. Вышел. Да блядь! Умри, блядь. Пошли нахуй отсюда, тут есть нормальный проход. Идешь? Да бегу, да.
Блять, ганцы в кустах парочкой, как мы. Вот тут можно завалиться и похилиться, потому что турно уже. Я чуть дальше бегу. Я перевязаюсь. Да, я потом подползу к тебе, если что. Так, я в порядке, ебать. Так. Ганцы впереди. Да, бегу, да. Они ж про нас не знают пока ничего. Надо просто... Ух, о! Самолет, можно ёбнуть одному въебало под это дело. Надеюсь, он ничего не понял, блядь. Побежали. Да, не, да понял, понял, он все, он тебе в ответку сразу стрелял. Блядь! Сука! Ой, блядь! А так там сзади на дороге, блядь, сидят... Нам пизда. Это ГГ, блядь. Надо куда-то уходить, нахуй, Сеня, прямо в бункер. Бля, как больно. Проходи до ближайших кустов, ныряй там в кусты, блядь. Будем жить. В следующий давай. Кажется, он тебя видит. Бля, слушай, игра не такая простая, нахуй, как казалось. Ты ебашишь, тебя ебашит. Он ебашит меня. Бля, все, пизда мне. Нормально, нормально. Он прям в кусты меня засунул. Что ж ты такой живучий-то? Бля, не добивает меня чё? Контент, по-моему, ты еще берешь. Да. Да, ползать, ползать нельзя. Спасибо. А у тебя хилки-то есть вообще? Да. А я въебал-то не словлю сейчас за это дело? Да, словлю. Не, надо бежать вообще отсюда. Да-да, нахуй уебывать. Блядь, иду справа. О, блядь! Мне скоряка засунули. О, блядь! Давай вниз, давай вниз. Нет! Это все. Бля, это можно было спуститься. Ебать, а игра-то охуеть какая сложная. Она сложная, пиздец. Тут надо терпению научиться, бля. Я понимаю, что его терпение. Мы когда промахиваемся, у нас проблемы начинаются. Мне сейчас пишет по КД, да, звуковые патроны это глушак. Но я нихуя не понимаю, в чем тут дело. Ну, не знаю, звуковые патроны, они, по идее, без глушака будут такие же громкие, как обычно. Ну, конечно. Так, моя очередь стрелять. Дойч. Нужно устранить и других обитателей. Дойч 2. Надо перепрыгнуть. И, кстати, имеет смысл обыскивать, потому что у меня 0 бинтов, а с них типа ты поднимаешь бинт. У меня 2-2, кстати, по бинтам. А почему-то 0. Когда ставишь до звука, он глушак натянет. А! Смотри, нажимаешь на Q, выбираешь свою пушку, и там можно менять звуковые и звуковые патроны. А у меня до звуковых ноль. У меня тоже. Есть смысл тогда лутать, получается, ганцев. Ну если не думаешь, у них такие патроны есть? Расстояние по автомату считается. В смысле, блядь, у нас нихуя по автомату не считается. У нас, сука, это сложность. Жёбаная, блядь. Здесь больше ничего не найдешь. Здесь больше ничего не найдешь. Отсчитайте время до следующего самолета. Ну нихуя себе, блядь. Должи мне спасибо большое за подписку. Блин, а может это, что я тебе сказал по полосочке, смотри, на самом деле это хуйня. Это просто рандом. Это просто хуйня какая-то. Типа, ну на 200 метров сработало, так что... В принципе, на 200 метров можно так стрелять. С той башни открывается хороший обзор. Так, ну давай, ебать. Патрон подай, патрон, спасибо. Кстати, винтовка стоит, видел? Да, это шкаряк. Угу. Блядь, самолет летит. Надо... Не вижу цель. Там, там же стоит. Я пропущу. Все, я пропущу, подождем, ебать. Подождем следующего. Зади в бинокль, короче. Там 200 метров, да? Да, да, 220. Угу. Ты как раз... Вот, 223. Угу. Короче, если заходишь в бинокль и краешком наводишь на них, там они такие вайт становятся. Понял, как вайт Путин есть видос, они такие. Краешком? А, да, 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 я понял. Ебать. Ту-ду-ду-ду-дун. Пошел нахуй. Когда самолет там полетит?
Окошко, окошко на самолет, кстати, не такое большое. Да. Это не факт, что оно восстановится в этот момент, может идти вообще. Угу. Летит, кажется. Разве? Да. Да, летит, летит. 230 метров до него. Не, мимо летит вообще. У меня почему-то прицел начал труситься вот так вот сверху вниз, блядь. Непонятно. Есть теория, что штука по ветру меняется от расстояния. Нет, не меняется, я чекал. Вы там выбираешь, и ничего не меняется. Да, вообще похуй. Хоть нахуй на 500 ебаш. Это, о, ну, там тачка поехала. Тачка приехала, да, какая-то. Да где самолет, когда он так нужен, нахуй? Меняется по чуть-чуть. Так это, ну, только смотри, я стреляю вон туда, например, на 500 метров оно вообще почти не изменилось. А, ебать, слева направо, когда смотришь. Так она меняется, когда ты... Это направление ветра меняется, а не, ну, она. Да. Так типа это хуйня, да. Надо стрелять на 200 метров, как вот завещал, блядь, и тогда я примерно проставил, получилось неплохо. Целься в сердце. Такой простой, блядь, это ни поправки на ветер, нихуя нет. Где этот самолет ебаный? И почему я, блядь, вечно стою? Я хочу лечь. Ты слишком близко подползаешь, он типа стоит. Что за съемки? Какие съемки? А, тут камеры стоят. Бля, а может ты, пока ты стреляешь по нему, я сходу стрельнул, блядь, по тачке, поэтому... По бакам? Взорвешься? Ну да, давай. Да. Да, попробуем. Тоже когда самолет будет лететь? Надо уходить сразу в арку и там ныкаться в кусты. Ну, мне кажется, надо вообще влево уходить туда. По ватерлайну? Ну, можно и на ватерлайну. Там чуваки же, ты помнишь. Ну, так паркер тоже там стоит. А у нас генератора внизу нету? А-а. Вира, спасибо, что за подписку. Что-то взял. Это я патроны. А самолет вообще полетит? Походу он один раз пролетал, мы проебали свой шанс. Я могу ебануть ему прямо сейчас попробовать. Нет, все, уже не могу. Штука по ветру, по направлению. А деление получается, это скорость ветра. Не, ну так это здорово, но нам нужно... Значит, на скит надо думать, блядь, сколько ты ебанешь, сколько ты отступишь. Ну там уже далеко, надо, невозможно в это, ну точнее возможно в это, но тяжело. Блять, тут коэффициент, что я попаду в голову, очень большой, но никто не понимает, что мне повезло в прошлый раз. Под башней есть глушилка, активирую, я сейчас посмотрю, есть ли у нас такая глушилка. Не, нет, нихуя у нас такой глушилки. Так, я стреляю, готовься, если что, уходить. Я тогда сразу в бак стреляю. Готов? Я уже буду сейчас ебашить. Да, готов. Мимо ебать. Все, съебаемся в пизду. Съебаем. Давай сразу влево и в кусты куда-нибудь. А давай сразу в арку лучше. Прям в арку? А, влево, давай влево, давай влево, давай, давай, давай. Просто там типа потом пойдут же, блядь, эти гансы искать нас. Ну, в арке там просто они уже прям есть. Ого, пахнет едой. О, оливьешка. Я ее почти... Эх, я бы сейчас оливьешку дал. Угу. Сейчас впереди. Вальяж находит, слышь? Можно подойти к нему быстро пойти. Че он, блядь? Если что, поможешь мне с пистолетом? Да. Ты готов? Да. А кинуть ему камень, может быть? Как? Научи меня камень кидать. А как кидать? Q, камень, и F зажимаешь. О, отвернулся, да. А его можно в рукопашную ликвидировать? Да, E подбегаешь, E зажимаешь. На нахуй, блядь. Так, ебать, тут рукопашная есть. Кто-то что-то слышал. Бери, прячь его в куст быстрее. Унес нахуй. Нихуя он полетит. Да я в ахуе, я сам их кидаю. Блять, ганс идет. Режь, режь, режь. Я в него камень кинул, блять. Хорош.
Да нихуя не хорош, что такое палево-то, блядь. Иди сюда, не, сука. Без... Там еще один идет. Блядь, я обыскаю вместо того, чтобы его взять, блядь. Куст смерти, блядь. А где идет-то? А, вот здесь, короче, заборчик деревянный. Вон... А, он не видел нас. Ебать, ну мы сработали ровно вообще. Вот тогда я тут смотреть, надо уходить дальше, Сеня. Давай быстро обыщем, что тут осталось. Я обыскался, да. Я сейчас обыщу. А может мы на башню эту залезем? На эту? Да. Думаешь, не пойду сюда искать? Ну ладно, пойдем, пойдем залезем. Наверное, тут лучше обойти, блядь. До звука не дали нам? У меня 10 до звуковых с глушителем. А у тебя нету? У меня есть, да, есть. Вот, попробуй сейчас выстрелить с ним. Полезли наверх? Я включу эту хуйню, давай. Так у нас же глушитель. А, ну да, действительно. А, ну да. Васяндра, спасибо за 100 бицеп. Так, а по кому стрелять-то? Сейчас мы его найдем. Так, достал бинокль. Он где-то там. А может он пошел нас, блядь, вычислять, как до этого? Они должны, наверное. Хотя всякое может быть. Чисто так, пехотинцы. Снизу отряд. Снизу отряд приближается к нам. В упор. Блядь, не пались, Сеня. Увидят, суки. Прямо идут твари. На F, да, вы выключать? Отдай их телам морю тут, подсказывают. А кидать на центральную кнопку мышки? А на F, ты сказал. На F, да, да. И выключать их тоже на F. А на Е. На Е. А потому что я, блядь, когда ты подошел подошли типы, я нахуй вместо того, чтобы выключить, камень в него бросил. И он такой, ааа! Больно ему стало очень. А где эти чуваки? Это, походу, еще до звуковые патроны, кстати, лежат, видел? Я вот взял 10, тебе рекомендую тоже 10 взять, слева от коряка. Пробуем. Мне не берутся. Значит, у тебя уже их досхуят. У меня 10. Угу. Я вижу одного, не уверен, что это наш клиент. Не, это пехота. Можем пойти сработать не как снайпера, а как команда съебать. Вот тут сейчас снизу пройдем, да, там. Уберем парочку человек спокойненько. Пошли, ну тут не видно, тут рели не видно. Надо спускаться. Нихуя ты. Нельзя спрыгнуть? Правда, нельзя спрыгнуть, что ли? Это что, шутка? И нельзя быстро спуститься? Вот это максимум нашей скорости. Тут точно не пройти? Самолеты полетели, кстати. Ну а что, все равно мы его не видим. Ну да, да. Тут, то есть... А, вот. Блять. Тише. Тише, приятель, нахуй. Да, есть там один чел слева. Он побежал. Он прям рванул что-то, слышишь? Он что-то рванул. Сейчас, блядь, к тебе зайдет, хуй его знает. Или ко мне. Только стоит. На Е, да? На Е выключать чувака в упор. Да, на Е. Он бежит к нам, что ли? Я не знаю, но он куда-то прям рванул, блядь. Походу, да. Потому что, напоминает мне ситуацию, блядь, из Старкова одну. Мы увидели хуй знает где киллу внизу, а сами были на втором этаже, и он, блядь, побежал на спринте куда-то, когда нас увидел. Знаешь, куда он побежал? Он на похуй на второй этаж взлетел и бежал за нами, блядь. Ладно, пойдем. Один стоит там чел. Может, его до звука ебануть, кстати, как думаешь? Да я тоже думаю. Там, мне кажется, не один он стоит. Там их двое было. Да, их двое. Давай, короче, я право, ты лево или наоборот? Давай право тяжелее, бля. Давай я правого. Сейчас я заряжу до звук. Как давай поменять? Есть. Я право, ты лево. Готов? Ну, сейчас он за деревом у меня. Секунду. Ладно, забей. Они уходят. Какая хуй разница? Они ушли. Ну, в принципе, да. Логично. Сбор слишком... Разработка верхмата. Да, верхмата, блять. Вермахта. Вермахта, да. Верхмат. А мы тут сможем вообще пройти? Там он есть подняться вроде. Там такой уступ интересный, блять. Но я не уверен, что мы сможем по нему вскарабкаться. Но попытка не пытка. О, мне тут кажется, вот... Да, тут вообще шароебиться можно, смотри. Справа кто-то говорит. Ты видел его? Нет, я слышал только. Может, он и наверху? Высшая математика, блядь.
Верхняя математика. Идешь? Тут есть проходик. А я вот здесь под камнями, блядь. Я прям чувствую эту пещеру, блядь. Она неспроста здесь. О, тут какая-то снайперка лежит. А еще можно обыскать ящик. Где снайперка? Не знаю. А, коряк? Коряк, да. Кругом одни коряки. Это все, что тут было. Ну, угу. Талия. И все? Понял, это просто нычка. Давай бегом, что нам стоит. Вон там наверху, кстати, ходит. Это не наш клиент? Наш! Наш! Вон Шмидт, да. Это сам Шмидт, блядь! 200 ебать, метров! 185 метров, блядь! Сеня, надо убирать его! У него код от сейфа, раз документ. 180 метров, да. Не, не попал. Я не понимаю, блядь. Ебаш, Максон, пока боже. Бля, мимо. Он сел, он сел. Блядь, ну, нет. Да, блядь, снайпер убит. На, попал! Не убил. Ну, хоть, блядь, ранил его. Надо уходить. Сеня, сзади уже скоряков ебут. Блядь. Давай-давай, прямо, прямо, назад нельзя уйти. Надо только прямо. Снайпер элит, блядь. Блядь, уже летит сюда снайперский огонь. Блин, ну тяжело попасть. Да, нихуя не просто. В следующий раз, короче, будем вдвоем стрелять одновременно. Да. Больше шансов будет. Нихуя мы забежали, мы сейчас... Я нашел этого типа, я убил его, этого, одного из офицеров. Заходи в красное здание, красная вилла, блядь. А, в нее нельзя зайти, она закрыта. Давай ложись сюда в... Блядь, здесь Фриц пробежал. Он увидел нас? Да, он увидел нас! Блядь! Давай мы сюда? Надо уходить, Сеня, куда-то. Я за тобой. Бля, меня здесь видели. Блядь, я на похуй как быдло бегу. Уходить надо. Ой, ты, блядь. Да-да, уходим, уходим на похуй. Вот здесь ныряем в кусты, блядь, переждем. Блядь, тебя там снайпер уже работает. Уже, да? Да-да-да. Тогда уходим дальше, блядь. Он спереди как раз, или не сзади работает. Вот еще кусты, которые никто не знает. Тут снайпера не видит. Надеюсь. Я перевязываюсь пока бинтиком. Он видит мне нас. Прям, да, видит, видит. А кто, блядь? А хуй с ним. Он тут за забором. Прыгай вниз, Сеня. Блядь, ты выжил? Да. Я нет. Понял. Ганцев есть? Видишь ганцев? Не, я не вижу. На ты не резнулся? Нет, нет, нет. Как так, блядь? А, я себя полечил, понял. Ецтапити, там, пошли, пошли, пошли отсюда. Вон впереди есть выход. Идешь? Блядь, да я за тобой прям, но не знаю, ты выживу я или нет. Вставай, на полную побежали, полной выкладкой, ебать. Не на корточках. Давай. Не на очке, нахуй. О, нихуя себе. Вот тут лезем и пизда, и все, и нахуй всех. Только я лягу похилить сначала, наверное, перед тем, как лезть. Блять, суки, стреляю! Я даже не вижу, кто стреляет. А, вижу. Похуй, ты залез? Можно... Давай, да, уебывай. Да, да. Доставай пистолеты с глушаками. А в кого они бьют? На подавление, типа? Да хуй знает. Самолет летит. Блять, мы выжили, мы спаслись. Выжили. Я в это, блядь, даже не верю. Давай спускаться. Ебать, спустились. Внутрь, Сеня, назад. Ладно, похуй. Ты жив? Да, но мне очень больно. Он тебе гранату кинул, граната, Сеня! Я не могу, я хилюсь, блядь, и отменяется. Ненормально, это камень был. Убил? Да, камень, да, убил. Куда еще стрелять? Ебать, а что они здесь сделали? Блять! Как гранату отменить? Как гранату? Кнопка мыши не отмена. Ух, блять. Карман положи. Я перевязываюсь. Давай. Ты решил прибраться? Да, да, обычно. А посмотри у него, да, что там у него есть. Да звук, короче, надо брать редко. Надо сейчас менять дозвук. А хотя похуй. Они довольно мало дамажат. Да, так скажу. Одна винтовка на троих. С мини-патрон. Ну, типа, что ебашить быстрыми, сильными, мощными. Кстати, а дозвук, может, летит по-другому? Вряд ли он может. Летит так же. Да, скорее всего.
Типа, что мы брали поправку на ветер. Опа, идет. Слышишь, чел идет? Да, слышим. Оберни-ка его камнем назад. Есть возможность? Я пойду его заберу. Я просто не знаю, где он идет, но я кину. Ой, ой, блядь, тут в упор! Блядь. Это другой был, да? Да. Этого я даже не видел, если честно, с этой позиции. Так, а спасибо за подарочек. Так. В крестовину не работает точно. Нужно бить не просто в крестовину. Там есть. Да, точно проверено. Надо к нему, надо к нему придумать. Не может, а точно по-другому летит. Тогда надо будем ебашить обычным патроном. Быстрая ликвидация, быстрый уход. А может, там просто нужно занимать такую позицию, понял? Где ветра нет. Ай, помню. А. Он тебя заметил, что ли? Ну, он как-то мне в щель насывал. Ебать, Максима, может, не надо? А что он хочет, блядь? А там их двое, да? Там их трое, походу. На. Не попал. Они хорошо давят, чем могу сказать. Их там четверо. Так, да, они давят отлично, на. Ебать. Последнюю хилку мажу. А там можно уйти у тебя? Да, конечно. А, блядь, так я думал, это стопиковое. Давай уебывать нахуй. Я думал, мы тут, блядь, сидим, мы заперты. Пошли, пошли. Идем. Я думал, у нас это единственный выход, нахуй. А что ж ты на лестнице такой долг? Я бы тут нахуй спрыгнул, если честно. Я не убился бы даже. Это что за цуки? Не знаю, блядь, надо быть осторожнее. Вот как, сука, спрыгнуть? На Е? Пробел зажать. Пробел? А, зажать. Нет, зажать он залезает. Ну, я shift и пробел зажал, и он прыгнул. Опять залез, блядь. А, просто прыгнуть, понял. Он, когда свисает, не может спуститься, или я не понял. Да, Илон Маск мой был в слоумо, что. Ну, там было слоумо, но я типа скипнул его левой кнопкой. Он, они, мне кажется, видели нас, не? Кто? Я. А ты, слева. Ты их вообще видел, блядь, сам? Да, да, они побежали. Я их не видел. Давай сюда, нахуй. Ой, блядь, они здесь. А, они там. Это ты его ебашишь? Нет, он по тебе стреляет. По мне? Да, он по тебе стрелял. Больше не стреляет. Давай уходить назад, в другую сторону туннеля тогда. Раз мы давай. Здесь нашумели. Ох, блядь, душка! Душит, реально. Не дают реально дышать. Здесь есть куда убраться? Нет, это просто временное убежище. Они зачистят ли КПП? Главное сейчас в 4 фрица не выйти, иначе пизда. Да, давай в кусты, нахуй. Так, все, есть время передохнуть, перезарядиться, блядь, прийти в себя. Хилка, один бинт остался, все. Ты глянула генерала с поправкой, ебашил, то пуля летела левее. То есть рисочка поправки на ветер действительно метров на 100. Потом надо в 1.5-2 раза брать левее. На каждые 100 mm-hmm. метров. Понял. То есть смотрим эту хуйню на 100. И берем столько же на каждые 100. Хорош. Пиздец, блять. Что за мудак? Откуда там еще, он? Там еще есть, еще идет. Не вижу. Вижу. Я видел его, каску его. Нам нахуй, блядь, спорол Ганса. Блядь, ебашут. Mm-hmm. Хуй знает откуда, с горы, блядь. Я не знаю, уходить надо обратно в туннель, иначе пиздец, Сень. Я его даже не вижу, нам надо. Не видно. А в туннель. Давай, можем подняться там, где мы были, кстати. Они, наверное, уже забыли про нас там. Можем вернуться. Да-да-да, там чувак уже за КамАЗом, надо возвращаться. Блядь, не попал. Да похуй на него. Пиздец, блядь, душные. Я так хочу есть, блядь. Я тоже, да, имею живот крутит. Угу. А ты сейчас сказал про оливьешка, я так понимаю. Так у меня здесь можно... стоит, я даже не попробовал она еще. Есть, она у тебя есть, нет, нету. А ты этого типа шмонал? Да. Там мы четверых убили, если там никого нет, можно их пошмонать. А мы их убили? Да, я убил там. Справа. Да, тут никого нет, и правда. Так, я беру своего, блядь. Ворую себе своего. Они же нам не поднимутся так же, как мы? А, этот уже обшмован. Может, им просто ничего нет, вы вряд ли мы вышмонали. Принимай, блядь, очередного, я пойду за этим схожу, за еще один. Блядь, еще я такого уложил мягко. А как? Задержать. Я обычно кидаю, а так и... А, если не задерживать, то укладываешь мягко? Да, да.
Удерживать, бросить тело. Ебать, тут изрешетили нахуй. Выключи камеру и ешь. Да я, блядь, из камеры поем. У меня растяжка появилась. Это неплохо. Они когда-нибудь догадаются, где логово людоедов? Это все? У меня два бинта есть. Нормально. Если мы не будем рашить, мы все сделаем красиво. Можем, кстати, вернуться на исходную позицию. Никто нихуя не поймет, откуда мы начинали. С той стороны поиграть. Можем, а можем просто залезть наверх здесь. Там, типа, неплохая позиция вроде. Я пошмонаю здесь. А кого мы стрелять-то будем? Цель-то у нас с другой стороны. Этого мы нашли, главного, в брюках. Он там ходит где. Мы даже первую цель не забрали, прикинь. Угу. Не, первую ты убил же. Не. Ага, да, на похуй с автомата, когда да, забежал. Автомата. Было дело, блядь. Было. Так. Слышишь, я походу вижу еще одного. Где? А, нет, офицер? Это не офицер. Это ладно, что заметили меня? Как? Кто мог тебя заметить? А, да, вон. Там напротив нас ходит снайпер, кстати. Напротив нас чел ходит. Да, он, ну, не а то, чтобы вот снайпер. Я про внизу говорю, там тоже пацаны есть, мне кажется, там. Такое место укромное. Ну что, ты предлагаешь тут поработать по кому-то? Просто тут же нет цели. Нету цели. Показалось. Ну пошли туда. Я знаешь, что заметил? Вот там, где мы были, видишь, по-моему, можно еще выше подняться на мост. Но можно аккуратно пройти здесь. Сейчас, короче, пробьем проходик сейчас. Слева Ганс кричит. Разведку надо провести перед тем, как идти. Первое правило пубга. Сначала смотришь, потом ротируешься. Никого, блядь. Карин. Сейчас, секунду. Очень важное дело, блин. Дело государственной важности. Боже, блядь. Приятного аппетита. Да, не ем. Я готов. Ну, а слева Ганс, я слышу. И какой-то Ганс подозрительно мычит. Да, это правда. Слева. Можем пойти направо, в следующие кусты. Давай дальше. Ну, пока нормально все. Вот дальше я хуй знает. Пойду ползком, блядь, разведаю. Обстановочку. Не похоже, что на этой горе есть кто-то. Мне кажется, мы на ней были, и типа на ней никого не было. Ну они же могут после того, как мы здесь были, что-то оставить. Угу. Да, вроде нормально. Красные ящики, которые взрываются. О, кстати, рюкзачок. Почему его нельзя залутать? Что с ним надо делать? Как его лутать? Чач, как его лутать, Чач? Он еще при этом светится еще. Да, типа, берите меня. Непонятно. Даже так не сработало. Даже так не берется, да. Стрельни. Ну, спасибо за совет, блядь. Я скажу, со снайперки стрельни. Да-да. За растяжку поставь. Снизу ругаются танцы. Лус-лус. Растяжку можно поставить. На него? На кого? На рюкзак. Зачем? Ну, Ганс такой подойдет, что... О, рюкзак, ебать, а там все взорвался. Я никого не вижу. А, вот вижу. Это офицер. Справа офицер за этим домом. Дальний дом, сарай со входом, одноэтажный. Линия электропередач. Первый и за ним маленький. За этим сараем офицер. Слева красный трактор еще. От этого здания. Вижу это здание. Вот да, вижу, вон он идет. Он прошел, да? Да, 170 метров. За машиной. Блин, можно по машине ебнуть, типа, идея он взорвется. Можем поближе подойти. Можем. Ладно, пошли поближе.
Гансов вроде нет. Он вряд ли один бы шароебился. Вряд ли. Да звук надо, наверное, зарядить, слышишь? Хорошая идея. Чтобы не спалиться при выстреле. Где он там был? Он вот правее где-то. Пошел шаребиться правее. Пошли тоже тогда правее. Пойдем по его контуру. Какая сложность. Реализм плюс, ебать. Даже лучше, чем там историческая. Снизу ганцы орут. Странно, не вижу его. Так, надо смотреть оба. А, ну он дальше проедет, получается. Ну мы идем сейчас по максимуму право. Рано или поздно мы его увидим. Винтовку надо поставить нахуй. На ноль, чтобы... От кустов до кустов. Борщ! Ну нихуя себе, блядь. Нихуя себе, друголетчик, блядь, у тебя. До следующих надо. Сложно с деды воевали. В натуре. Очень сложно. В бинокле пробелом можно метку ставить для союзника. У нас они не появляются. Да, они не работают. Рюкзаки лутаются только на низкой сложности. Так, блядь, убрали бы их, чё не дразнится-то нахуй. Слушай, Сеня, ну тихо, блядь. Никого вообще. Вообще никого нету, да. Может, у него здесь секретный сад? Сеня, кажется, я видел его, секунду. Вот под этой вышкой. О, давай на эту вышку залезем. Вот, да, видишь, да, да, разрушенная. Давай, 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 ебать. Это отличная мысль. Я генератор заведу снизу, ты пока лезь. Он, походу, куда-то здесь вниз спустился и пропал. О, кричат, в деревне есть. Слышь? Вижу, я вижу его. Можешь ликвидировать? Пробуем. Ну, по идее, да. Он не один там, если чего. Он, видишь, он ходит? И он, да, что-то на картах ходит. Враг развернул пропаганду. Огонь. И орхидеи ее главное орудие. Дал ему по перу, по бедру. О, Сеня, твой! Твой! На бедро, нахуй! Артерии нет! С глушителей стреляли? Уйдем, если да, глушители. Да. Уйдем, 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 уйдем. Че ты стоишь, ой, там смотришь, забей. Да, ухожу, ухожу. Да я хотел второго этого убить и все. Это второй, Сеня. Двое и все, домой. Двое и демобилизация. Я сейчас солдатика за это наебну. Ну, с глушителя нормально работали. Мало урона, но нормально мы это. Ну, мы в одну. Мы ему, да, в ногу ему прострелили, нахуй. Мир дыре, как говорится. У нас кто-то бегает. Вон, я вижу Ганса. Похуй, он ушел, забей на него. Нет, он нас видит. Ебать, ты хладнокровный сокоубийца. Так, надо бежать отсюда, потому что я слышу, еще идут. Угу. А куда бежать-то? Назад, скорее. А, здесь можно тут спуститься, что ли? Да. Нихуя ты, а. Направо. Ну, так, у нас такое? Осталось двое, я знаю, где еще один. Помнишь, тот в брюках, да, милицейских? Да, да. Милицейский. Было дело. Это, может быть, рекомендуют посмотреть Росснайпинг нахуй какой-то на ютубе. Типа по направлению, ну, по ветру там все. Не, кстати, снайпер элития, мне кажется, было бы неплохо перед, ну, в следующий раз, когда пойдем играть, посмотреть, как оно ебашить. Ну, по-моему, и... вон стоит возле машины. Что тут у нас? Офицер, 225 метров. Не вижу, блядь, брат. Вон машина перед нами. Вижу. Офицер? А, вот это, да, он стоит? Да. Нет, вот он за машину пошел, видишь? Надо ближе. Я говорил, что я кого-то видел. Ебать, блядь, жестко, нахуй. Давай ближе подойдем. Давай, давай. Это третий, блядь. Кстати, надо было того чувака залутать. Хотя, наверное, похуй на него. Ликвидировали, ушли. Так, да, звук у нас еще есть, нормально. Он, блядь, мало дамажит, нужно бить в самые такие. Но с двух выстрелов берет, кстати, офицера, даже в ноги. Ой, хорош. А, не... Походу... Видят, походу. Я, да, в кусты, походу, уйду. Да, они почувствовали что-то. Да, видит, видит, видит. Сука! Уходить надо. Пошли назад, как пришли. По-другому не пробьем.
О, блядь, что еще до попадания труп. Просто беги. Бля, почти вышло нахуй. Такой будет дроп, кстати, серьезно. Даже вот мы стреляли на, без поправки на ветер, а там было 100. Вообще, блядь, пуль нахуй падла, как камень. Я типа стрелял ему в голову, а попадал ему нахуй в этот. Да, это жестко. В ноги, блядь. Так не должно быть. Ой, блядь, куда я попался? Блядь, там сверху кто-то разговаривает, слышь? Угу, это плохо. Это ультра хуёво. Так. Надо уходить по правой стороне, короче, как мы пробивали этого чувака. Вот там, где ты. Да-да-да, правильно-правильно. По правой стороне и туда, нахуй, куда-нибудь. Бля, тут целый патруль. Сука! Наверх надо лезть, нахуй. И пытаться ебать патруль. Как раз летит самолет. Одного забрал. Угу. Целит в меня, чел. Можешь пойти справа проиграть. Он меня заметил, кажется. Да, он меня заметил. Нахуй этот звук. А тяжелая жизнь, нахуй, конечно. Да, блядь, почему ты так плохо летишь? Хорош. Давай уебывать, пока я нашумел, блядь. Там еще один где-то живой. Его можно быстро с автомата пробить и направо утопить. Вон, вот там, где эта зеленка. На рывочке, ебать. Все, нас нахуй сейчас за потеряют. И вот в этих кустах уже можно прям долго сидеть. Мы охуеть как съебались. Самый уверенный отход в моей жизни. Так, как пойдем, ебать? Можем пойти пока на того брючного напасть? Можем. Бля, тяжело. Тяжелая можем игра. Вообще вернуться, по идее, и сверху убить этого офицера. Понял? Представляешь, какой крюк придется делать с чем-то, что мы нашумели у нас за спиной? Ну да. Может, пошли по этому пробьем? Потом, когда мы нашли... О, вон там впереди Ганс. Вижу. О, а пометку? Пометил? Я два раза нажал на пробел. Не работает. Как снять пометку, блин? Он заметил? Не, он просто... 79 метров, блин. Идет, у него поиск врага идет. Сейчас, секундочку. Да-да, я понимаю. Яйца — отличное местечко, блин. Я знаешь, что хотел сказать? А есть ли смысл винтовку ставить на 0? Может сразу на 100 ставить, блядь? Мы редко стреляем меньше, чем на 100. Вот ну, этого чувака... 7... этого чувака 70 метров, блядь, вот, который рядом с нами. Типа целиться ему в грудь? Ну да. Ну, типа того. А ты хочешь его забирать? Ну да, нет, я условно говорю. Типа, есть теория, если на 100 ставить. Ну да, наверное, имеет смысл. О, спойдем, пока он не видит. Просто в теории... Вообще на ноль нет такого понятия на ноль. А что заметит меня, сука? Оп. Все, заебись. Блять, как бы мне... Может, камень кинуть ему? Ну, он там слева еще ходит. Блять, если бы ты левого снял за звука в голову, было бы здорово, но, наверное, это не так и просто. Я могу. Бля, правда, здесь такой ветер, нахуй. Я ебал, мне страшно. Mm-hmm. Там ветер просто очень жесткий. На целое деление. Не, он съебался. Что там? Что там, Джонни, блядь? Пойди посмотри. Я выхожу на него сейчас. Да просто режу его, да. Fuck you. Лучшее место, чтобы обыскать труп. Спиздил. Там чел меня не увидит, если я буду тело прятать? Не, не, по идее он ушел. Ну пошли тогда за ним. Ближайшая цель 80 метров, слышь? Нам пишет внезапно. Откуда мы это знаем, блядь? Походу мы слишком близко подошли. А я вижу его, кажется. Нет, 4 солдата. Впереди прям по дороге. Вижу 4 солдат. Так, опять до звука надо чехлить. Да. Мышь снять метку один в бинокле.
А ну подожди, проверим. Он там впереди прошел. Вон он. Был, да? Да. Там дистанция около 100 метров как раз. Он внутри ходит. В здании где-то? Внутри, вот за этой аркой. Видишь, такая арка красивая. Расстояние 130 метров где-то. Вот там. А, вот, ну, вот бля, там. Мне как раз, я понял, я как раз не вижу там позиции. Как, блядь, пометь, убрать метку? Она вроде сама. Я могу ее только поставить. Да, походу сама. Так. У нас снайпер. У нас не снайпер, это элитная команда. Мы реально, блядь, подкрадываемся в упор к цели и потом с автоматов ее расстреливаем. Тут не перепрыгнуть. Бля, как же мы проникнем туда, Арсений Андреевич? Ситуация у нас. Без понятия. Можно подождать, пока он выйдет. Да. Он же выходил, я так понимаю, в прошлый раз. Да. Может, и не выйдет. Там 82 метра. Ты когда подкрадываешь для ближнего боя, shift не зажимай, враги же не глухие. Но я же вроде все равно их ебашу. Но вот они в каску тоже издают звук, который фрицев настораживает. Нихуя себе настораживает в каску, блядь. Если попадаешь в каску, угу. Она щелкает, и они такие, типа, вот. Сень, мне кажется, было бы неплохо на какой-то дом здесь залезть, если честно, слева. А вон, видишь, слева башня такая? Да, прикольная мансарда. Ну, там фриц ходит. Прям внутри? На лестнице, да. А, да, вижу. Так можно подняться его и ножичком его нахуй чикнуть. Пошли? Ну, можно, погнали. Бля, главное не спалиться. Просто идем по центральной улице, понимаешь? Ну, как раз тут никто нас и не ожидает увидеть. Да, действительно. Вилла. Вилла Баджо. Перед нами фриц на дороге. Надо замереть в кустиках тут. Проходит, не видит нас. Можно ниже спускаться. Блять, страшно, в лагере просто, блять, вдруг здесь какой-то фриц спит. Тут мы такие. О, поднимается опять наверх. По лестнице. Пойдешь, ебанешь его? Лучше, наверное, не шифтить, когда за ним пойдешь. Он типа развернется. Или шифтить в самый последний момент, понял? Да. Перец. Мне кажется. Тихо. Заметил меня, сука. Ахтунг, блядь, пиздец, спалились на последнем. Да, походу меня заметил через эти. Да, уходим, как пришли. Го уходить, как пришли. Или там на виллу, или на виллу, ебать. На виллу, погнали. Блядь, там тоже есть на вилле. Ой, блядь, не очень. О, понятно. Нет, надо уходить, блядь, чел, надо вообще куда-то теряться. Давай за мной. Блядь, мы не можем сейчас залить миссию. Идешь? Давай. Да я хилюсь, мне очень больно. Пойду. Сейчас закрутим, нахуй, все будет хорошо. Они же не тупые, наверное, понимают, куда мы пойдем, но все еще. Чем сильнее мы крутим, тем лучше. Я еще не появился, читер, блядь. Блядь, не показалось ли, только что заспавнился просто перед нами чем? Я не видел. Я лег. Можно наверх? Да, я тоже, блядь, подумал. Сделаем сейчас? Давай сделаем. Сейчас. Справа вышел фриц. Дал ему по каске, нахуй. Еще один фриц вышел. Двое. Сеня, вверх хуёвая идея. Понял. Сеня, я, наверное, все. Отчаливаю, блядь. Нет, не отчаливаю. Но я лезу наверх, блядь, на похуй. Вообще. Я не знаю, что нам это даст, сука, как больно. Как я тебя прикрою. Я залез. А бинтов-то, блядь, немного. Они же не забудут, что мы здесь, они теперь нас хуй отпустят. Поднимайся. Бля, а вот и сейф, кстати. Требуется код от сейфа. Я забрал какую-то хуйню. Письма из дома. Слабак. Дорогой Светалия, почему на Священном фронте сегодня думают, что ты слабак? Мой сын не звонит слабаком. Мама думает, что сынок слабак. Ну что, будем тут чилить тогда? Мы в жестком тупике на самом-то деле. Да, надо почилить. У тебя есть еще хилки? У меня вот я бинтом мажусь, у меня еще один. У меня нет вообще. Ух, блядь. Тяжелая, нахуй. Тяжелая жизнь.
Они же могут подниматься к нам, правильно? И да. Ну я слышу, как они снизу там что-то по-немецки говорят, там, в духе, мы их прижали, блядь. Им пиздец. Ты Ганса главного не видишь? Поднялся. Приготовься, Сеня, надо будет его убивать сейчас, надо будет его руками. Блять, понял, тоже опция. Ну, по мне, это какое-то здравие. А там вообще никак не уйти, да, с той стороны? Да, ну там можно вылезти, но там, по идее, то же самое. Смерть, да. Может, он мне хилку принес? Я пойду ползком, блядь. Блядь, Сеня! Срезло, блядь! Я в тебя дал, Сеня, извини. Сеня, сзади! Я его поднял, я на прогиб, блядь. На! Мне кажется, это был шанс. Ну, возможно, нам можем обратно убежать, откуда пришли. Да. Это правда. Действительно, шансы есть. Их не так и много здесь оказалось. Ну как там, полутал всех? Да там ничего не было в них. Там один одна снизу видит. Был чел. Да, попробуем. Только давай не будем лутать, а просто съебемся. Вот как спуститься? Я не знаю, как... О, получилось. Ебать, тебя всунули. Мне? Да, ты а захотел. Мне вообще похуй. Уходим, как пришли, Сень, да? Да, да, да. Давай, пойдем. Вроде больше ничего. Да, сука, умри, Фриц, блядь. Побежали, назад. Да, ладно, бегу. Я не смог, два попал, но не убил его. Это пули непробиваемый Фриц. Так, все. Они видели нас там в последний раз? Блять, два чувака, ну уже один главный офицер здесь? Самолетики летят. О, кстати, можем до той вышки рвануть. Там враги вообще есть? Да, есть. Стоит солдат, сныкался 90 метров. Про нас не в курсе. Можно ебать. У меня один дозвуковой остался. О, готово. Я не знаю, что у меня по дозвуку. Ты уверен, что хочешь наверх? У меня еще 7 дозвуковых. Не-не, я так смотрю просто, бля. Мы можем идти. Я больше... Вижу еще одного. В каске боец идет. Дистанция 79 метров. Приближается, блядь. Сзади к нам не должны подойти. Сука, стрёмно нахуй. Ладно, пестик взял. На пестик-то патроны есть? Да, есть. На пестик просто не дамажит нихуя. Это да. Чел под скалой. Я могу тебе показать, кстати. Вот тут. Угу. Можно подбежать и зарезать его. Он к нам так лихо бежал, что я аж обосрался, если честно. Мне кажется, он в курсе. Давай не шуметь здесь. Он может нас услышать. Бля, Сень, вроде что-то нахуй вырисовывается. Хочешь на вышку? Да. За спиной люди. Да, быстрее, короче. Сюда, нахуй. Самолеты. Угу. Ну, полезли наверх. Так, тут челик. К сожалению, не полутать. О, блин, тут дозвук. Сень, тут дозвук, да? Есть. О, это надо. И бинтики я взял. Так, вижу, там челы выходят с главной виллы. Но это фраер. Блин, это походу обычные. Недозвук, да? Но у меня всем дозвук. Кстати, да, это реально недозвук. Бля, этот генерал-то где-то... Вот же он! Вот внизу, блядь, 70 метров нахуй! Вот тут! Блядь. Вот тут он шел. Вон он вышел. Ага, готов? Да. Давай. Ты попал. Попадание, да. Я не попал. Да что ж ты, сука, никак не сдохнешь-то? Ох, больно тебе? Да, больно.
Я тебе сейчас такого нахуй всуну, блядь. По мне, блядь. Давай перезаряжай, нахуй. Он все еще там? Он съебался? О, что? Покинуть вышку надо, Сеня. Надо, надо. Уебываем, все. Срочно надо покинуть. По мосту, по мосту. Ой, блядь. Прям... О! Я, походу, умираю. Куда да, нас подлежим? Бля, походу, рит. Давай обратно? Обратно давай. Давай обратно давай, да. А нас уже не пустят. Попустят, пустят. Попустят. Блядь, да вообще пиздец. Я уже не... Все, я все. Все? Блядь. Да, пиздец. Я все. У меня хилки даже нету, суки. Бля, 100 метров со снайперки лепишь чувака, он живой. Историчность. Блядь, и кто-то мне прострелит через эти... Блин, у меня просто даже хилки нет тебе помочь. Я ёбаный, понимаю, да. Я понимаю. Сзади двое. Сзади? Да, по мне пытаются захуярить. Наверное, там в кустах где-то, я не знаю. А, сзади, я понял. У тебя сзади не меня. Там, где мост. А, вон, вижу, далеко впереди, под аркой. И один под вышкой. А, не, под вышкой. А, подожди, так я ничего не надо, чтобы тебя воскресить. Да. А я думаю, мне хилка нужна. Надо уходить нахуй сразу, откуда ты пришел. Давай, давай, давай. Снова проворачиваем финт Андерсона, блядь. Так, я... У меня два бинта. Я могу тебе, наверное, дать один, кстати. А как передать бинт? Мне кажется, не можешь. Блин, хорошо бы... Я просто думал, я не могу тебя резать. Я думал, тебе надо стабилизировать, понял? Да-да. Mm-hmm, я сам не знаю, что такое стабилизировать. Пошли дальше. Про нас не должны знать здесь. Надо только брать пистолеты, чтобы еще успеть сработать. Можем залезть, кстати, сейчас на этот верх, про нас даже никто не поймет. Делаем? Так, с ним же ничего не видно. Уверен? Там видно. Вроде балкон был неплохой. Как тут подняться? А, блядь. Блядь, смотрите. Кончаем его. Блядь. Нормально, хорош. Нормально, я подстрахую, блядь. Лезем, лезем, лезем. Я за тобой. Ох, блядь. Да уж. Вообще пиздец. Добрый вечер, родной. Несколько недель назад получил травму. Ну, теперь уже не ходить не могу. И инвалид. Точка. Вот только ты радуешь в такие идет вечера. Поиск врага. Спасибо тебе, точка. И если это не тяжело, это просто пиздец. Конечно, блядь, студент, держись, приятель. Это вообще пиздец какой-то. Такое слушать, на самом деле, что ходить уже невозможно. Просто смерть. Речь, кстати, неплохая идея. Я вижу только ганцев, которые там ходят. Угу. Дистанция до них 103 метра. Прям идеальная. Он должен себя проявить. То есть он уже с плюшкой, кстати. Можно и до звукового сработать. Их хоть и парочка всего осталось. Да, до звуковых нужно достать еще. А может, когда они подойдут к машине, просто по бензобаку ёбнешь? А я не попаду. Или вот этот черный, это и есть он. Черный это и есть бензобак. А он ёбнет, думаешь, прям? Ну, я думаю, да. Лос Файтер, блядь. А это там кто стоит? Вон он! 121 где? Метр, в брюках. Вот там. Ушел направо. Там, где мы были, блядь. Снизу, понял? А нет, не там. Он вообще хуй знает с другой стороны. Чайки, блядь, съебались. Я вообще не вижу там никого. Он типа за заборчиком этим, да? Угу. Ушел направо. Это вот туда. Сейчас вернется. Куда он нахуй денется? Туда пошел Ганс. Терпение, терпение. У вас просто нет хода, но вы не можете вечно сдерживать дыхание. На этой игре отвечает пульс. Если у вас бешеный пульс, то у вас визор же... Именно аптечка в этом режиме стабилизирует и устанавливает пульс норму. Ну да, если ты пробежал, ты не можешь сразу нажать. И... Бля, я лучше на такой сложности аптечку ставлю, чтобы лечиться. А, стабилизировать это же пульс стабилизировать? Да! А, да нет, еще.
Блин, а я еще не хотел тебя бежать резать, потому что думал, что аптечки нет, типа это бессмысленно. Mm-hmm. Оказывается, мы бессмертны, блядь, как показала практика. Блядь, ну смотри, он не возвращается. Есть опция, знаешь, какая? Какая? Съебаться нахуй по левой стороне из этого ебучего лагеря. Ну, согласен, поддерживаю такую опцию. Погнали. Так, пистолет в зубы. Этих ты подлутал? А ты ничего не было. У меня ноль хилок, было. Вообще ничего нет, блядь. Мина есть, тоже. Кстати. Мина, растяжки, все есть. Бля, да, можно пойти, знаешь, что сделать? Под машину растяжку поставить. Пока они там шарятся. Потом кто-то вернется и повеселится, блядь. Вот тут, а еще... можем... Да, полутать, я тоже думал. Вот как спуститься? Ау. Слушай. Ничего, спасибо. Вот как здесь спуститься, нахуй? Какой кнопкой спускаться, блядь? Объясните мне. Ну, Ctrl не работает, Z не работает, зажим Ctrl не работает, пробел не работает, блядь. Где Ctrl вниз? А? Ctrl вниз. Ctrl вниз. Нехорошо, тоже, если по-моему. Заставим ждать нашу знаменитость. Оптичка. Ты лутаешь, я прикрываю, давай. А? C тоже не работает. Не работает. Ну, попробуем, давай попробуем C. Так, Сеня, я ушел тестить С. Да вряд ли. Да, С. Да? Да, я спасибо. Благодарю. Спасибо. И чату спасибо. А, я. А чату-то за что? Они тоже написали одновременно с тобой. Я тоже пошмонаю, чувачка. Давай. Письмо нашел, да. Прикольно. А кто знал, что ты хилку нашел? А, ну Кью нажал и посмотрел. Ой, я хилку нашел. Шмонал этого? Не шмонабельный. Тут люгер. Ну что, пошли по левой стороне тогда? Пошли. Мне кажется, они нас проебали. И по здесь, если бы они знали, они бы уже сюда этот ганс-отряд прислали бы, короче. А если тут слева выйти? Камеру уничтожьте, миссия есть. Блять. Я не совсем понимаю. Моя миссия разъебать, блядь, офицеров. Камеры это, короче, не знаю, но я когда взрывал, блядь, машины, мне писала, типа, камера уничтожена. Не ебу. Угу. Патроны почти закончились. Ложку куда я положу, Карин? Салфетку. У меня здесь нет салфеток. Так. Я смог пройти и сразу налево в кусты нырнуть. Чего я тебе советую? Да, пока они вафляют, есть шансы прорваться налево. Они справа пиздят, это слышно? Они уже не заметил? Ну, походу, судя по тому, как я бежал с ним. Я не заметил. Дай уходить дальше, пока нам дают. Блядь, только встаешь, сразу что говоришь. Да, сразу пиздит. А кто это делает? А, вижу. Они в лагере это, да? 123 метра. Вон. О, офицер идет. Дистанция 120 метров. Это генерал Шмидт, собственной персоной. Патронов мало. Есть дозвук. Ветер сильный, но шансы есть. Я могу стрелять с тобой без дозвука. Не надо. Он даже не поймет, что я его убило, нахуй. Я попал. Ой, на, в сердце, уходим, блядь. Это была последняя дозвуковая пуля на сегодня, кстати. Бля, слушай, надо обыскивать. Ну пусть полежит там пока, блядь. Пойдем с другой стороны обыщем. О, блядь, бисквит нахуй подписался на канал. И Бромку посылаешь. Я попал по нему первый раз тоже, прикинь, за звука, блядь, он выжил. У меня, кстати, твой экстрей был просто как... Да, просто, да-да, у меня тоже, просто, блядь, в плечо там, в сердце, нахуй, разлетелось, и все. Или плечевой сустав. Так пошли, пошли с левой стороны и на пристани, и ёбнем, типа, который на пристани последнего. Давай, а потом обыщем генерала Шмидта. Да, но у нас, всего, блядь... у нас нет никакого дозвука. Ну, так мы максимально подойдем и отработаем. Давай, давай. Про нас тут уже успели забыть, наверное. Блять, спереди! Он увидел, да? Да, он и стрельнул уже. Поспешил. Ну да, ну надо удебывать быстро отсюда. Я его потрогаю, ты иди. Прямо и направо. Блять, впереди еще один. Блять, пизда.
Это ладно, похуй, потом скорее, блядь. Да. 5 патронов скорее кана. Это скорее не историческая, это типа сложность, ну типа зубодробящая. А ты уверен, что лезть? Может пошли слева обойдем, быстро по левой стороне? Нас никто не найдет. И сверху выйдем. Мы, давай, просто, давай, давай. Мы просто могли сверху выскочить, блядь, заебашить его с наскока и потом вернуться. Ну здесь, походу, никого нет, так что нормально. Едва надо шумели, они всегда патрули отсылают после шума. О, нихуя здесь, блин. Угу. Кровища такая. Ой, что ты нашел? Будто с воздушки стреляем, говорят. Боуди, спасибо большое за подписку также. Ну, пустоту нельзя брать. Бля, Сеня, ну... Его видно, да? Но там есть красные бочки, которые нахуй ёбнут в случае нужды. Я вижу чувака, он за машиной вроде. Нет, это не он. Могу уйти, на самом деле, это на... Вон там есть позиция, кстати, хорошая. Чуть дальше надо протянуть. We'll never fade away. Мы уже почти над ним. Во, ебать. Вот здесь завалиться. Давай поищем его. Он услышал? Кто-то нашел? Нет, справа кто-то говорит. Can't see. Там еще есть кусты такие классные, с которых вообще хуй видишь. Но ты пока там не перейдешь. Мы там, кстати, убивали кого-то уже. Офицера надо обнаружить. Ну, это хорошее. Надо было сразу по бочке мы стрелять и убегать. Да, он бы нахуй сдох тогда, и правда. Там один на ящике залез. Я вообще больше не вижу. Ну, один на ящике, второй слева, и все, больше людей нет. Да, двоих я тоже вижу. А, нихуя у тебя этот мясяк. Ну такое, на самом деле, палево. А там ли он, вот вопрос. Или он просто там проходил и съебался? Ну, он там был, да, но скорее всего... А на карте, если посмотреть, показать задачу. На карте показывает? Нет, у нас 2 из 4, прикинь. Как это 2 из 4? Вот так вот. Мы же 3 их убили точно. Получается 2, блядь. Текущая цель поменять. Показать задачи. А, это типа... Хотя нет, надо. Получается, кто-то живой остался там, слышь? Не добили, говорят. Какой из них, блядь? Может, Шмидта полутаем засчитает третьего? Может. Может, кстати, да, Шмидта нужно залутать. Там некоторые говорят, 2 офицера и генерала надо было. Блять, тяжко что-то обнаружить, надо двигаться. Надо идти, да. Его тут нет. Мне кажется, там его нет, да. Он бы уже был здесь. А может, он фуражку снял и притворился солдатом? Я слышал, такое практиковали, блядь. Ну, раньше, да. Пошли посмотрим на старую нашу виллу, которую мы первую ебашили. Отсюда будет ее отлично видно. А может, пошли попробуем залутать этого пацана? Ну, по дороге, сейчас посмотрим. Если что, ты пойдешь, я тебя наведу. Отсюда останусь, буду тебе говорить, куда идти. Угу. Будет лучше всего. Раньше ты такую кепку надевал, тебе сразу, блядь. Угу. Живи. 4 солдата, патруль впереди идет. 5 солдат. Это кто сказал? Не слышал ничего. Я услышал их прям там. Пехота. Ебать, у меня слух, походу, я на 200 метров услышал. Юрия позвали. Вижу. Солдат, 113 метров, офицер. Офицер видишь? Стоит, да, 113 метров. Ready when you do. Готов? Ого. 115 метров, да. Огонь. Да, готов. Сеня лучший, бля!
На, нахуй, блядь. Уходим. Уходим, уходим. Я, блядь, вижу, тебя прям над его головой пролетает. Но блядь, ты, так... блядь, зафиксировал цель. Ты стрелял по риске над ним, чтобы было 100? Ну да, где-то так. Вот до 100 метров, в принципе, работает. Но теперь точно один остался. Либо залутаем и домой, блядь, одно из двух. Так, я думаю, здесь уже можно как-то, блядь, поспокойнее. Типа, с места выстрела мы съеблись. Ну, давай посмотрим, может, что тут есть вкусненькое. Слушай, блядь, да звуковой патрон, конечно, круто, блядь, но... Да, ну вот это рабочее. Да, это реально рабочее по офицерам. Летит быстро. И хуярит мощно, блядь. Булетдроп хоть и есть, но не такой ебейший. Так. Она не пизденутся с головы, это. Угу. А то это КГ. Ладно, пошли тут не спуститься, но мы посмотрели хотя бы. Информацию собрали, информацию. Бля, надеюсь, я не убьюсь, конечно же. Да, не убился. Пестик в зубы, погнали. Работаем. Так, сразу камень в руки, блядь. Если что, кстати, можно будет, чтобы один свистнул, а второй сзади подошел и ёбнул. Или свистнуть, а потом... Или свистнуть, и когда чел подойдет, ёбнуть его сразу. Из кустов. Угу. Тоже можно так делать. Самое забавное, что мы там сейчас нашумели, туда патруль, наверное, отправится, а мы уже не там. Мы тут уже запираем с генера... Бля, чел, или что это? Нет, на балконе все чисто. Но туда можно подняться. Спасибо, ну, большое за подписку. А, вижу. Так это... А, нет. Я наш. Тоже думал, что это чел там. Нормас. Оу. Здравствуйте, Максим. Сходил. А тут где расставляли эти почки, видел? Дали отсрочку. Но да, а, да, натуре. С депрессией. Так что мирный. Будут среди людей вас рекламировать. Веселая компания будет смотреть меньше, чем 3. Давай соберись. Ебать, тебя определили неплохо. За 5 евросов спасибо. Человека с депрессией отправили в дурку, прикинь. Ебать. Ну, да. Походу там... Вот лежит наш клиент. Пойдешь, посмотришь, что у него? Где? Слева вон, где ты его ебнул. А, вижу, да. Справа пиздят. У него график дежурств должен быть. Ну ты, конечно, сегодня ликвидатор, ебать. Забрал? Да, что поднял. Пойдем. Не маячь там сильно. Так, теперь забираем эту хуйню. Я не видел даже, где ты его убивал, так что давай. Я... Плюс-минус помню. Где-то вот тут он в этом лагере должен лежать. Вот там, где отряд ходит, блядь, людей сейчас. Блядь. Угу. 4 человека там. Я пойду, а ты меня направляй. Скажешь, когда мне грозит опасность. Я не буду вообще им на глаза попадаться. Сказал я, ну, да. И не попался. Ну, двое уходят, остается один. Еще где-то один на справа еще видишь. Один ходит вон. Справа, там ты не видишь под складкой местности. Спасибо, Чека, за подарочный. Так, двое ходят на дороге. Так, опасно. Трое на дороге там. И они пиздуют сюда. Четверо на дороге. Я не могу никуда пока сместиться, полежу. Надеюсь, меня по запаху не определит. Ну, в лагере под вышкой один есть. Бля, было бы классно, знаешь, что сделать? А кто там под стеной стоит? Можешь глянуть? Под стеной, впереди там проход такой. Слева от красного дома, справа красный дом, слева стена, и там проход арочный. А все, он ушел. А, я видел, забей. Да. Не видел, но... Там какой-то странный чувак, по-моему, фуражки. Так, чуваки тебя не запалят сейчас? Не должны. Что-то он по-немецки сказал. Но знаешь, в мою сторону. Был бы у тебя это звук, если один, можно было бы ёбнуть бак на машине, либо ушли проверять, понял? Нет, у меня, да. Можно было. Бля, я могу на эту машину поставить типа динамит? А, да? И она ёбнет, да? И уйти потом отсюда. Но они вроде съебались, слышь. Так, мой генерал, это вы, блядь, лежите? Нет, это чел, который мою голову сшиб.
Ой, бля. Мне нужно позиции немного изменить. Давай, я их примерно вижу, сука. Где я ебанул генерала, блядь? Мне кажется, ты вообще где-то на мосту ебанул, не? Поставь на тропу, где они хотели мину. Пускай Сеня переводит немецкий, ты знаешь. Ты знаешь немецкий? Ну, минимально вообще. Так, я, кажется, обнаружил его. Так, я работаю. Да, есть. Собрал все, что мог. Я только что, знаешь, что заметил? Если зажать кнопку Q и выбрать свою пушку, то слева у тебя покажет пистолет. Вот, пушку и пистолет. Там написано, да, что ты будешь качать дэмэдж, если будешь делать хуйню. То есть ты когда стреляешь, ты прокачиваешь ее. 10 множественных убийств, 5 убийств рикошетом. Ну там рикошетом? Да. Понимаю. Приближение нужно суммарное на 10 тысяч убийств, 10 тысяч метров сделать. 10, ну, 10 километров, короче. Йоу. Там так расстроился. На тему. Я не хотела вас обидеть. Берите клубничку для чата. Клубничка для чата. Клубничка для чата. Не кидай много, не надо много. Я не поймаю много. Не надо. Не надо. Я поймал 3 из 4, ебать. Хороший результат. Так, Лиза, мы сейчас если зальемся, то пиздец, все по-новому, я не хочу, нахуй, так что... А где последний-то, чел? Надо возвращаться, по... получается, назад. На причале, по идее. Думаешь, что таки на причале? Они здесь ли, блядь? Я думаю, что там в красном доме, которая... Ладно, я ухожу потихоньку. Вилле? Ну, они так. Шмидт ли на вилле? Нет-нет, на другой вилле, на самой первой, которую мы видели. Борщик хорошо пошел. Это точно. Это что было? Ну, сейчас. Ворона каркнула. Не, сейчас, я тут что-то, я что-то видел. Не, нормально все. Ладно, я ухожу. О, пошли сейф откроем. У него был ключ от сейфа, погнали? Идем, конечно, идем. Надо доставать этот. Угу. Пестик. Ворона харкнула. В письме упоминается некий Кеслер. Знакомое имя. Видимо, блядь, следующий какой-то чувак. Или ты не слышал этого диалога? Не, я не слышал. В письме упоминается некий Кеслер. Знакомое имя, он сказал. Я, кстати... Сейчас открываем, вот этот последний офицер в сейфе сидит. Да, да, мертвый. Ну-ка, блядь. Ебать, я что-то взял. Я тебе оставил люгер, блядь. 10 дозвуковых там, ну и хуйня всякая. Ну такое, да. Ничего даже такого, просто патроны. А вот, ТНТ, динамит, взрывчатка. Монотаймер можно поставить. А у меня есть она. С таймером или обычная? А в чем разница обычная? В чем разница с таймером? Обычную можно когда хочешь, ебану? Обычную, наверное, просто кидаешь, блядь, и все. Растяжка, блядь. Граната. Ладно, полезли вниз. А, можно, кстати, отсюда сверху посмотреть сейчас быстренько. С бинокуляры, что там у нас. Чайки, идите нахуй. Блять, я встал как охуевший. Обычный боец, 200 метров. Обычный двоец. Похоже, реально будем сейчас идти с тобой на этот. На причал. Обычный боец, 200 метров. В обычном надо стрелять, чтобы взорвать, мне подсказывают. Походу причал. Ну или где-то с той стороны где-то там шарится, шарьёбится. Это кто? Просто пехота. Тоже просто пехота. Ладно, пойдем. Деваться ну, некуда. Думаешь, не в этом доме, да? Нет, конечно, не в этом. Или ты про тот нет, дом? Нет, который дальше. Ну. Нет, думаю, нет. 30 метров. Камеру на треноге разъебать, она в саду виллы. Я знаю, где сад, сейчас пойду посмотрю. Давай. Можно обыскать? Мы уже обыскали. А вот этого? То может только поднять. А, вот я нашел ее. Ебаш, с глушака по мне. Или ногой там, F. Ногой, нахуй. Где-то еще одна камера осталась. Вроде ровненько. А ведь мы могли убить сходу еще снизу его, понял? Просто да, когда он в брюках своих ходил там. Ну, да, мы... да. Да там стрельба, блядь, была.
Надо просто было не до звуковыми ебашить обычно. Я сегодня после стрима или завтра уже с утра посмотрю видосик, как там по ветру, потом тебе расскажу, что там, в чем суть. А то хуй разберешь на вскид. Ну, по старым чертежам можем пойти слева. Можем, можем снизу пройти еще вот тут под мостом, но я не знаю, какой там проход. Но по дорогам ходить такое опасно, рискованно. На самом деле мы два маньяка, которые ворвались в деревню страйкболистов, ролевиков, блядь. И перестреляли все село. Так, помню ошибки прошлого, тут бывают люди. Если так подумать, мы реально, блин, большинство же перестреляли. Мне кажется, гансы бесконечные, если честно. Но мне почему-то кажется, что нет. Потому что можно всех перехуярить. Можем сверху чекнуть, если его там нет, то, блин, мне кажется, нет смысла спускаться. Да. Спасибо большое, похуй чумба. А, пухлый чумба. Бля, проще, похуй чумба. Он может там в здании где-то. Не бесконечные, говорят фрицы. Можно всех перехуярить вообще. Ну не все так же там стоят, блядь. Да. А на ящиках, а на ящике тоже чел стоит? Я не вижу второго. Не, на ящике не стоит. Они поменялись местами. Теперь тот стоит за ящиком. А, вижу, один в кустах. В кустах, да. Ну пошли по верхам там, можно сверху, это центральная гора, и можно в любую сторону свешиваться и смотреть, искать человека. Плюс ему ничего же не мешало в какой-то там укрепрайон перейти. Вышел? Справа, да? В базаре. А, ну я слышал тебя справа. Подожди, вон кто стоит. А, нет, это обычные. А, да, в натуре, ебать. Ну, это обычные, да. А может, на эту гору вверх поднялся? Да, не, вроде нет. Он мог вообще уйти куда угодно. А если мы там шороху наведем, может, они выбегут? А зачем? Давай лучше просто поищем. Уже немножко поднапрячься. Мы на самом деле на ту часть карты, только другую, вообще не ходили. Плюс я видел какую-то очень такую странную фигуру, которая... Там в арке была. Он, по-моему, был фуражкой. Ну да, я помню, не помню, да, ты говорил. Ну, типа, явно был непрост. Так, сейчас разведаем, ебать, слышишь? Вижу солдатьев. Чисто. Чисто. Ебать, я вижу, там человек 8 ходит внизу у нас. Мне кажется, они не просто так здесь тусуются, знаешь. Ты их видишь? Да, вижу, прям под нами. Да, толпы. А из них там есть какой-нибудь офицеришка, может? К сожалению, нет. Левее надо загребать тогда и искать дальше. Пойдем левее. Давай. Бля, один чел прям сховался неплохо. Что, такие палатки и никаких ништяков у них нет. Там, ну так, короче, мне кажется, все-таки там, потому что здесь их очень много ходит. Типа, что он не тут, где они? В другом месте где-то? Да. Нет, ну что он вот, типа, в этом здании, которое ты видел в арке, понял? А. Мне кажется, он где-то там. Ну да, типа, они неспроста там ходят все пиздоты. А если нажму звуковую маскировку, они придут сюда или нет? Нет, звуковая маскировка — это типа когда ты стреляешь, чтобы не понимали, откуда выстрел. Ну, может быть, Брэнда Молишер, может быть. Мне кажется, если взрывешь, то они придут сюда. Так, у меня вот тут боец ходит рядом совсем. Два бойца. Вот позиция. И левее.
Можно пойти их прирезать нахуй, по-тихому. И потом перевалимся на левую сторону и посмотрим. Может быть, что офицер замаскирован под пехотинца. Да, мы думали про это, но это, наверное, невозможно. Давай слева спустимся. Да, пошли порежем. Там двое было. Один левее. Один правее. Полоборота шли сюда, смотрели. Перед нами. Там за кустами. Один. Надо самим бы до кустов добраться. Ну, там, кстати, какая-то странная палаточка. И там вот боец ходит. Угу. А боец обычный? Да, боец обычный. Обычный. Фу, как какать? Там два обычных бойца. Три обычных бойца. Один из без шлем не одел. Он слева кто-то идет, по-моему. Да, идет слева близко. Бля, Максон. Я лег. Он не видит. В шары долбится. Все, я в кусты заполз. Ебать, повезло. Камни его подмани к себе. Сядь в кусты и посвисти нахуй. Ну, давай пробуем. Я другую услышал, блядь. За спиной у меня. Походу, да. Но он... Мне кажется, он не зайдет ко мне. Они все сюда бегут. Нет, это я камень кинул. А, ты камень кинул. Да. Я правого, ты левого. Готов букволу? Так, мы с пистолета не убьем. Не убьем? Ну, я готов левого. Тише, подожди тогда. Сейчас разберемся. Ты своего снажа, если что, сможешь? Думаю, да, он прямо меня идет. Я готов, когда ты готов. Давай. Блять, меня заметили. Я заметили, наверное. Я хочу жить. А все заметили, меня тоже заметили? Или как? Да, наверное. Я побежал нахуй. Можем узнать. О, блядь, Сеня! Тут пиздец. Их тут внезапно 10 тысяч человек. Я бегу. А по тебе тоже ебашут? Нет, я просто бегу тебе помогать. Да я бы съебался. Надо просто уходить. Их уже не так много, их силы ограничены, ресурсы их ограничены. Мы уже их неплохо потрепали. Все чуваки побежали снизу нас ебать. Надо дальше бежать. Да. Максимально далеко в конец. Просто не улети, блядь. Я хотел причал посмотреть. Да, улететь бы сейчас явно не помешало, блядь. Можно ему, блядь, на нахуй. Ты решил ёбнуть чувака? Да, причал им взорвать. А, они умерли нахуй из-за этого. Ну, один да. Второй он в кустах сидит нахуй. На, въебасос, блядь. Пошли. Это уже флекс какой-то пошел. Издеваемся. А пойдем вот в ту деревню. Это здание, да? Да, из него посмотрим. У меня 10 дозвуковых, кстати, есть. Можно было бы ими воспользоваться тоже. Блин, да он час парил на самом деле. Ебать, тир. Ебать. О, камера. Ногой ее. О, штаб-сержант. Ебать всего. Угу. Блять, вот где последняя офицеришка, нахуй? Теперь по-любому в этом розовом здании сидит. Про какое ты говоришь? Вон слева которая. Ты думаешь там, да? Думаю, там. Ну, это единственное место, в котором мы не были. Можем поставить сюда. Мы пробежали через него, по-моему. Я с автомата стрелял. А, не. 200 метров, тут одна пехота сплошная, блядь. А вы точно не всех убили? Ну... Любимый способ убить нацистских офицеров. Один где-то остался, блядь. Я просто помню, как мы пробегали, ёбнул одного я.
Потом знаешь, я помню... Знаешь, где может быть? Помнишь, где? Короче, причал? Там такой туннель, типа, в котором мы были. А, да, помню, да, мы убегали от чувака там. Может, он там, блядь, где-то стоит? Пошли проверим. Тут можно спуститься. Уверен? Нет, 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 ну, нет. Конечно же нет, блядь. Я имею в виду, что тут можно, ну, там рядом спуститься. А, тут не пройти. Ладно. График дежурств гляньте, блядь. Кстати, хорошая идея, ну-ка. Оно там разве будет написано? Как посмотреть график дежурств? Джей, может? Нет, Кей, Л. Нихуя. Там, кстати, пишет текущая цель, там метры написаны иногда, когда рядом, помнишь? Ну да, типа когда близко были. 100 метров там. А как вызвать эту цель? На М, когда нажимаешь, она вызывается. На причале должен быть последний. На причале? Там, где ты взорвал все нахуй. Mm-hmm. Можем пойти его на руке чисто, ну, на ноге зайти, зачистить по-тихому. Не, да вряд ли. Давай проверим туннель. Ты идешь? Да, мне кажется, он ушел, да, я бегу. Если туннель не будет, то тогда пойдем в этого искать. Причал. Так, я вижу какую-то хуйню. Это офицер, кажется. Я вижу офицера. 57 да метров. Ладно, да, 57 метров. Дашь метку? Вот. Подожди, да. А, я вижу его, я вижу его. Гобри кончим его. Он спалил. Да, блять, я его нахуй спалил. Почему Россия лучшая страна? Также спасибо за стримы. Бежим нахуй назад. И там потом разберемся. Ты был прав, бля, внизу тусовался. Это, походу, как раз тот, который вышел с причала и прошел через туннель. А как там бежать теперь? Потому что Россия это лидер на... во всем. Спасибо большое. И куда нам уходить теперь? А вот это хороший вопрос. Блять, нам уходить как раз туда, где он стоял. Не, а еще на причале, можно на причале, на причале. Пошли, да, на причале, съебемся. Да, да, пошли. Тихонько тут спустимся, там, где нас общение ждут, и съебемся. Ави Максим Викторович, смотрю тебя с первых видосов по сталкеру. Жаль, но из Молдовы не могу оформить платную подписку. Ой, на да Twitch. Ладно. Спасибо тебе. А я и не знал, что в Молдове есть такие проблемы, кстати. А что там в Молдове? Только не разбиться бы нахуй, давай. Вот, бля. Ебать, я улетел. Бля, я охуел. Сейчас бы миссию закончить. Написано, что из Молдовы человек не может платную подписку оформить. Это довольно странно. Но спасибо за 220, доктор Ватсон. У меня, блядь, пальцы, кончики пальцев, бля, я же током как будто ударил. Бля, ну вот как бы реализм прошли с какого где-то? Раза с четвертого, с третьего? Да не, наверное, раз из пятого. Из того. Не, ну когда мы собрались и решили, что ну хватит. Конечно, да, хватит там сиськи мять. Зашли, сделали. А вон и лодочка, кстати. Ебать, горы, конечно. Моторная лодочка, ебать. Это она? Да. Всё, нахуй. Вторая миссия уже наша, она этого еще не знает, но она уже... В нас верило 17% людей у меня на ставках. Там люди сидели и ждали, пока мы умрем, блядь. Точность 55-38. Нормально. Выполните зачистку КПП. Да, ебало КПП это в рот. Нам не... Ебать, у нас убийств 32-19. Да, мы нормально зачистили. Призрачные убийства 4, наверное, невидимые, по 4. Я вообще в голову не стрелял. Ну, так там тяжело. Ладно, ебать. Пойду я, наверное, отдыхать, Сеня. Давай, спасибо давай. За игру. Давай, покедова. Тебе спасибо. Так, мужички. Это был замечательный стрим. Почти 6 часов. Поиграли в Mount и профили Sniper Elite. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо большое за поддержку, за то, что глянули. И огромное спасибо, конечно же, моему старому мерку падли приятелю сегодня. 150 с хуем подписок, невероятно какие-то количество денег. Я отдельно благодарен. Все, давайте, ребят. Сильвупле, как говорится. Увидимся, всем пока.